Все. Не слышно и не видно, Юлия, вам нужно включить камеру и включить динамики у себя в компьютере, чтобы слышали и видели. Все видят и слышат прекрасно. Включайте у себя видео, включайте у себя аудио, чтобы все слышали. Кто еще меня не видит и не слышит? Кто еще в отдаленных регионах необъятной Родины Советского Союза? Я не знаю, как она слышит, что я не знаю, это чудеса. А у них ничего не работает, но они меня видят и слышат, но пишут, что не видят и не слышат. Это чудеса просто. Поэтому. Все, телепатия, наверное. Давайте начинать. Нас должно быть около 70 человек, по моим данным. Камеру включите, если вам слышно. Катя, вот там, где камера у вас нарисована, нажмите, кликните на камеру внизу. Справьтесь, пожалуйста. Проявите эрудицию, покликайте что-нибудь там. Молодец, отлично. Видите, можете справляться при желании. Вот так все время. Когда хотите, все вы выполняете. Но прежде чем что-то вот опускать руки и говорить, что все плохо, вы попробуйте. Сейчас мы будем об этом говорить очень подробно. То, что мы будем заниматься когнитивно-поведенческой терапией, когнитивно-поведенческая терапия напрямую занимается действием. Если вы сидите дома и ничего не делаете, то надеяться на результат не придется вообще. То есть те, кто не делает упражнений, те, кто избегает упражнений, те, кто избегают определенных заданий, не получится никакого прогресса. Банально внизу звук прибавил. О, молодец. Так, все, чат выключаем. В чате ничего не пишем. Так, еще раз всем привет. Максим, а 70 человек, сколько должно быть? 72. 72. Два человека где-то потерялось. Юлия Волкова на месте? Можешь посмотреть? Посмотри, пожалуйста. Юлия Волкова. А я сейчас и спрошу лучше, ребят. Ребят, Юлия Волкова, вы здесь с нами? Волкова Юлия. Нас не догонит. Юлия не откликается, Максим. Юлии нет. У Юли, кстати, связки больные. Так. Надо, по-моему, операцию сделать. Я вижу другую Юлю. Юль, привет. Тюрина. Все, окей, ну поехали. Максим, ты сможешь дистанционно Юлии Волковой помочь? Конечно, сейчас помогаю сижу. Ага. И пусть она позвонит тебе по телефону. Ну что, давайте знакомиться не будем долго. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на вебинар по социофобии. Это те, кто меня не знает. В основном здесь присутствуют ребята, кто со мной занимается, или те, кто хотят заниматься. Здесь есть ребята из групп. Здесь есть мои бывшие клиенты, которым интересно что-то повторить. Здесь есть мои новые клиенты, которые только пришли в группы. Есть ребята из института психоанализа. Вот Юля, например, да? Экзистенциальная терапия рулит. Есть Юля, Валера. Еще наверняка кто-то есть из Института Московского психоанализа. Всем привет. Есть коллеги-психологи, психотерапевты. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Сегодня мы будем рассматривать вопрос социофобии в технике когнитивно-поведенческой терапии. Рассмотрим отдельно когнитивную, отдельно поведенческую. Я выписал для вас наиболее эффективные методики, которые мы будем отрабатывать сегодня на практике, для того, чтобы вы закрепляли и отрабатывали новый навык поведения. Это чисто бихевиоральный подход, да? Иван Петрович Павлова, Джозефа Вольпа. И будем учиться выявлять собственные мысли, которые приводят вас к страху. Итак, давайте начнем. Вообще, почему тема социофобии у меня вот зародилась, да, к вебинару? Потому что на протяжении последних 2 лет, когда я активно работаю с людьми,
допустим, у меня же профиль тревожно-фобические расстройства, да, панические, паническая атака и так далее. И многие думают, что проблемой является вот паническая атака, головокружение, страх потерять сознание, страх там, потерять над собой контроль, страх сойти с ума. Это жалобы, так сказать, которые выходят на первый план. Да? Но если углубиться в диалог с клиентом, то выясняется, что на самом деле страшна не сама паническая атака и страшен не сам вегетативный приступ, а сколько возможны последствия. Да? Мы сейчас не говорим про смерть, мы сейчас говорим про социальный страх. То есть, допустим, я боюсь поехать куда-то, потому что у меня будет паническая атака, и я себя буду как-то странно вести, и на меня будут смотреть как на дурочку, или как на там, странного парня, или... Я боюсь потерять сознание в метро или там упасть на улице, буду лежать там в позе табака, и на меня будут смотреть как на какую-то там нездоровую женщину, да? Или я боюсь потерять над собой некий контроль, начну там делать какие-то странные неадекватные вещи, и непонятно, что я могу натворить, что скажут люди и как я буду выглядеть. То есть вот это все начинает на самом деле всплывать в момент вопроса работы с клиентом. И это как раз и требует проработки социофобических страхов, социофобических некоторых нюансов, да? Нюансов, которые касаются и социофобии, нюансов, которые касаются тревожно-панического расстройства. Да? Это очень важно. Смотрите, что еще может быть. Есть такой... момент сразу, да, про историю вопроса, что вы привыкли интерпретировать социофобию как исключительно узкий страх. На самом деле под рубрикой социофобия крепится огромное количество вариантов, как вы можете бояться публичного взаимодействия. Ну, например, страх публичных выступлений. Здесь не может быть панической атаки, здесь может не быть страха упасть. Здесь может быть просто страх произвести плохое впечатление или плохо выступить. И для вас это очень болезненно и тревожно. Вы не спите ночами, вы заикаетесь, вы напрягаетесь, вы теряете мысли, вы теряете слова, комкаете, жуете и так далее. Это тоже туда. Есть такой страх, который психологи отдельно называют эритрофобией, да, когда у нас покраснение, как правило, щек, ушей, носов происходит. Это вегетативная реакция, да, на беспокойство. И человек говорит, я вот краснею, у меня краснеют щеки, и когда я социально общаюсь с населением, и это люди увидят и подумают, что я стесняюсь, и это ужасно. Вот, да. Здесь есть некоторый нюанс, что покраснение щек в социальном общении во время эмоций любых – это особенность вегетативной системы, где капилляры располагаются достаточно близко к кожным покровам, где особенность функциональности вегетативной системы такая, скорее всего, с рождения. Поэтому тактика работы в таком случае с нашими клиентами будет заключаться не в том, чтобы перерубить какие-то вегетативные ветки, вегетативную регуляцию, потому что она не перерубится. Ну вот у меня, допустим, есть знакомый, мы с ним раньше работали, даже если он не злится, даже если он не эмоционирует, как только пошли какие-то чуть-чуть эмоциональные реакции, у него сразу щеки становятся красными. Ну, не то, что прям алые, а такие краснеют. Ребят, почему вы меня сбиваете? Какая тишина? Ром, Аня, я сейчас сбился с мысли. Что вы делаете? Так, все, до свидания. Значит, о чем я говорил? Вот, о эритрофобии, да? Значит,
И у него есть такая особенность вегетативной системы. Но он не парится на эту тему. То есть он знает, что у него есть такая некоторая небольшая особенность, которая его, ну вот, она у него с рождения. Да? И он не боится. А есть люди, которые этого боятся. Потому что считают, что о них плохо подумают, потому что считают, что как-то вот все будет ужасно и все будет катастрофично. Вот, значит, это по истории вопрос, да, почему я решил вообще вот эту тему поднять. Потому что в тревожно-фобических расстройствах это одна из самых-самых частых тем, что скажут люди, если у меня будет паническая атака, что скажут люди, если у меня будет там какой-нибудь приступ, что скажут люди, если я там потеряю сознание. Ребят, еще раз. Звук. Все меня слышат? И продолжим. Напишите, пожалуйста. Угу. Просто когда дело идет, когда я веду очно какие-то семинары, мне просто. Я вас вижу, вижу обратную связь. Все, спасибо большое. Когда вебинар в одну сторону, это немножко такая шизофренная история, потому что я говорю, да, и вас много, вас 73 человека, вот, и я не слышу обратной связи. Все, спасибо, отлично. Вот, значит, идем дальше. Вот это понятно, да, чем мы будем сейчас заниматься с вами? Что я имею в виду под рубрикой социофобии? Вот это ясно. Вопросы здесь есть? Только, пожалуйста, небольшие вопросы, просто не про ваши симптомы, а просто вопросы уточнения какие-то. Вот потому что такое социофобический пласт в тревожно-фобическом расстройстве. Есть здесь вопрос, что мы боимся потерять сознание или паническая атака, сойти с ума, произвести плохое впечатление. Все, супер, отлично. Идем дальше. Есть две основные терапевтические модальности, которые работают хорошо с социофобическими страхами. Это когнитивная терапия и поведенческая. На сегодняшний день они объединены в принципе в одну модель, но они раньше были разграничены и даже немножко конфликтовали. Но потом когнитивная терапия поняла очень важный секрет, и бихевиоральная терапия поведенческая поняла тоже важный секрет. Секрет заключается в том, что есть... Давайте такой пример приведу. Что такое оперантное обуславливание или что такое рефлекс, да? Что такое рефлекс бояться? Ну, допустим, девушка или юноша зашел в лифт, и когда-то в этом лифте случилась какая-то неприятная история. Ну, например, у него случилась паника. Или у него закружилась голова, ему показалось, что вот-вот он упадет. Он в этом лифте испугался. А потом, когда двери открылись, он с большим облегчением оттуда выбежал и сказал, я больше туда не пойду. Смотрите, что произошло. Лифт является стимулом, то есть лифт является ситуацией, где или обстоятельствами, если хотите, да, это лифт. В этих обстоятельствах, при этом в этой ситуации происходит определенная реакция, то есть страх. Реакция достаточно сильная. То есть у нас стимул – это лифт или обстоятельства – это лифт. В этих обстоятельствах формируется эмоция, например, страх особо яркий, это паническая атака, или особый страх яркий потерять сознание, и формируется затем подкрепляющий стимул, это бегство или подкрепление. То есть, когда человеку стало хорошо, двери открылись, он выбежал, спасся. Таким образом, в принципе, если это несколько раз повторить, или иногда достаточно одного-двух раз, человек уже на подходе к лифту будет испытывать волнение. Вот вам самый банальный вот пример, чтобы все поняли без нюансов нейрофизиологии, как работают рефлексы. Случился приступ страшный в метро, испугались прямо, паническая атака. Паническая атака – это же пароксизмальный приступ тревоги, да? Поэтому мы его рассматриваем как максимальный пароксизмальный страх. Случилось в метро. У вас в метро теперь что является? Стимулом к реакции. И когда вы попадаете в это метро, и у вас опять происходит старая реакция, у вас
Вы действуете по старому алгоритму. По какому? По тому алгоритму, который вы запомнили. Надо убежать или надо съесть таблеточку. Да? Вот вам классический простой рефлекс. Как это преломляется к социофобической теме нашего сегодня семинара? Преломляется просто. Все то же самое. Метро. А что подумают люди, если я упаду? Мысль. Страх. Страх возникает от того, что они подумают. Потому что у вас разворачивается целая история, как я буду выглядеть, как я буду лежать. Вот вызывает что страх. То есть не само метро. Вы понимаете, что метро, улица или офис не может вызывать сам по себе страх. Поэтому страх более глубинный. Давайте я вам сейчас покажу для начала технику выявления глубинных мыслей или автоматических мыслей, чтобы вы сами себя протестировали, либо сейчас, либо попозже там на улице, либо в офисе. Вот давайте возьмем несколько ситуаций. Возьмем классику жанра: улицу, общественный транспорт и офис, ну, рабочее место. Вот у нас три ситуации. И, допустим, клиент говорит: я боюсь, у меня там тревога. Вот просто клиент говорит: мне тревожно на улице, мне тревожно в общественном транспорте, мне тревожно в офисе. Он еще ничего не знает, ему просто тревожно. У него есть только исключительно тревога, иногда до паники доходящей. Спрашиваем, где ты сейчас, спрашиваете себя, где ты сейчас находишься? Я на улице. Второй вопрос. Что ты сейчас думаешь? Я думаю о том, как мне страшно, или о том, что уточняете. Нет. Подумай сейчас не о том, как тебе страшно, или о том, как у тебя сердечко бьется, а подумай о том, что ты думаешь об этой ситуации, где ты находишься, или там об этой ситуации, что сейчас происходит вокруг тебя. Там свадьба, тост, или улица, люди, или автобус, там взаимодействие, или офис, сотрудники. Я думаю о том, что мне сейчас может стать плохо, и это увидит. Например, такой может быть ответ. Или я думаю о том, что у меня сейчас закружится голова, я начну шататься, и все подумают, что я странная. Или мне пришла в голову мысль, что я сейчас вот-вот потеряю над собой контроль, начну бегать, орать по офису дурниной, и меня уволят, и все подумают, что я какая-то больная. Вот вы выявили одну мысль, очень важную. Следующий вопрос задаем. А почему для тебя это так важно? Вот не показаться такой слабой, как ты говоришь, или там, некомпетентной. Я не должна показаться слабой, некомпетентной. Это ужасно, это стыдно. Это катастрофично, если так сейчас случится. Это ужас. И вот вы смотрите, что вы сейчас нашли. Вы просто до этого момента сидели в офисе или на улице. И сейчас вы поняли, что на самом деле ваша тревога вызвана исключительно вашими мыслями о том, как вы интерпретируете, во-первых, ситуацию, а во-вторых, вы еще фантазируете, что может быть. И только благодаря этим фантазиям и интерпретации у вас возникает эмоция. То есть объективно вас там не жарят на костре, и объективно вас камнями не кидают. Но вы же думали, что сначала эмоция, и вы боитесь из-за эмоции. То есть у вас страх, и вы боитесь, что страх что-то сделает. А вы не видели того, что на самом деле у этого страха, который вы испытываете в общественном транспорте, на улице или в офисе, есть на самом деле первопричина. И первопричина – это ваши мысли. То есть, выходя на улицу, вы уже думали о том, что вы боитесь, что там произойдет, и тогда у вас уже формируется страх, который вы увидели, а потом сказали: ой, мне страшно, потому что мне страшно, а если мне страшно, значит, это увидит. Да? То есть, суть какая? Что вам надо научиться видеть очень четко эти тревожные мысли. Макс 73. Вот. Нормально. Вот. Эти тревожные мысли. Давайте еще разок алгоритм. Ситуация. Вопрос. Где я нахожусь? Что сейчас происходит? Ребят, очень важное правило, которое многие здесь делают ошибку. Подчеркните себе сейчас красным. Не анализируйте мысли о здоровье слишком много. Что, допустим, что ты сейчас думаешь? Я думаю о сердце, я думаю там о этом, а если я задохнусь?
Если лезут мысли о здоровье или мысли о чем-то, о вегетативном, задайте себе вопрос, и что будет, если? Ну, допустим, вы идете на улице, и у вас мысль про здоровье. Ой, я что-то, у меня кружится голова, сейчас могу упасть. Задайте себе вопрос, и что будет, если ты упадешь? И ответ, я буду валяться беспомощная, и все будут смеяться. Вот вы нашли социострах. Все будут смеяться. Или, ой, у меня что-то сердечко, вдруг это паническая атака, вдруг сейчас накроет, и что будет, если я буду себя как-то странно вести, и люди это увидят, и я буду суетиться, щемиться тут по району бегать. Вот. То есть страх, который вы испытали, на самом деле был вызван, то есть тут немножко перевернуто, да, вы видите, что вы изначально думаете о том, как бы не произвести плохое впечатление, а уже потом испытываете эмоцию, которую чувствуете. Давайте я вам сейчас это покажу более детально. Смотрите. Многие знают, кто такой доктор Фрейд. Многие знают, что есть сознание и бессознательное. Я сейчас не буду вдаваться в разные модальности, да, первой топики, второй топики психоаналитической теории, вы запутаетесь. Я нарисую просто, как я люблю просто объяснять сложные дела. Вот я попробую вам сейчас просто объяснить общую теорию психоаналитического подхода, почему возникает социофобическая тревога. Ну, допустим, вот мы условно разделим, вот здесь вы осознаете, вот здесь не осознаете. Ну и так и назовем это. Вот это осознаете, сознание это сознательная и неосознательная часть. Вот это вы понимаете, вот это вы не понимаете. Смотрите, что происходит. У вас в сознательной части есть тревога. И вы не понимаете, почему. Вам просто тревожно, как-то вот фигово, да? Это мы сейчас все говорим про социофобию. Это один из видов. Я знаю, что есть люди, которые это знают, что они реально боятся произвести впечатление. Но есть люди, которые этого не знают. Им просто кажется, что они боятся панической атаки. Или они боятся потерять контроль. Или они еще что-то боятся. Я вам сейчас покажу, что за этим может стоять. Вот вы там, в любой ситуации, вам тревога. У вас тревога. Или вы боитесь, допустим, тахикардии. Или там панической атаки. Или там потерять сознание, задохнуться. Неважно. И вам кажется, что причиной всему этого некие либо вегетативные, либо вам вегетативно плохо, и вам от этого страшно, либо вам просто страшно на улице. Вы не видите дальше вот этого. Это нормальный процесс любой психики. Но на самом деле все гораздо веселее. На самом деле бессознательной части психики происходит огромнейший мыслительный процесс. Мысли и оценка. То есть в нижней, в бессознательной части психики вы всегда мыслите и интерпретируете. Что бы вы ни делали, бессознательная часть психики работает и интерпретирует то, где вы находитесь, что вы делаете. Вы об этом даже не знаете. Вы испытываете только следствие этих процессов. Но и получается, что как бы тревога на ровном месте, как бы паника на ровном месте, как бы страх на ровном месте. Мою посуду, а тревожусь. Сижу дома, а хреново. Вышла на улицу, солнце светит, облачка пушистые. Детки бегают, а страшно. Потому что не видите мысли и интерпретации. Как в нашей теме интерпретация идет. Догадались, да? Вышла на улицу. А у вас на самом деле автоматические внутренние мысли. Только бы не упасть, чтобы не подумали плохо. Или только бы выдержать, только бы не накрыло, только бы вот никто меня не увидел, какая я. Только бы не, только бы не, только бы не в рубрику в сторону социостраха. Только бы произвести хорошее впечатление, все нормально? Да, все. Только бы провести впечатление правильное, только бы не произвести неправильное впечатление. Но вот эти мысли и эта оценка часто вами не замечена. Допустим, приходите в магазин, стоите на очереди, собираете продукты в пакет в супермаркете и тревожитесь. И вам прям вегетативно хреново.
Но мало кто может понять, что... Давайте это когнитивно разберем. Стоите в супермаркете, собираете продукты в пакет и тревожитесь. Вопрос какой надо задать? Первый. Пишем в чате вопрос. Все-таки у нас... Я сейчас перехожу, сейчас расскажу. Я... Где я? Да. Где я нахожусь? Я в магазине, собираю продукты в пакет. Но мне тревожно. Еще какой следующий вопрос можно нахожусь? Да, где я нахожусь? Верно, следующий вопрос. И она ответила, я в магазине собираю продукты в пакет. Сзади меня стоят люди. Да нет, не причина. Что ты думаешь об этой ситуации? Совершенно верно. Я собираю продукты в пакет. Сзади меня стоят люди в очереди. Что я думаю? Я думаю, что я должна собирать продукты быстрее, чтобы не задерживать очередь. Следующий вопрос какой? Почему это так важно? Хороший вопрос. Что будет, если? Тоже хороший вопрос, молодцы. Но лучший вопрос, вот почему это... Лучший вопрос, что я думаю... Что? Нет. Все, хватит. Значит, смотрите. Лучший вопрос, когда вы нашли ответ, я должна собирать продукты быстрее в пакет, почему для меня это важно, или что будет, если я буду собирать медленно? Ответ. Они меня будут торопить, осуждать, я покажусь тормозом. Следующий вопрос. Можно задать еще более уточняющий. Почему для тебя важно не показаться тормозом? Ну, подумай, что я лохушка, да. Почему для тебя так важно произвести хорошее впечатление? И тут ответ выявит установку. Я не должна показаться глупой. Или я не должна показаться лохушкой. Или я не должна показаться слабой. Или они не должны подумать, что я какая-то странная. Вы слышали главное слово в когнитивной терапии? Какое? Какое слово я сейчас много раз произносил, к которому Альберт Эллис прикрепляется? Да, должна, совершенно верно. Это и есть одна из социофобических проблем и вообще одна из проблем когнитивной психологии, которая изучает этот вопрос. Должна. Называется это должествование. Я должна или я не должна. Или я должен, или я не должен. Когда в бессознательной части психики мысль, допустим, я не должна произвести плохое впечатление, а потом идет оценка ситуации, что ты задерживаешь типа очередь, и получается, что ты противоречишь своему должна, то есть как бы я не должна показаться глупой, но обстоятельства трактуют так, что я как бы глупая получается. Получается внутреннее противоречие. Это не конфликт, это просто когнитивные противоречия внутренние. Что против убеждений. Я не должна показаться глупой, это ужасно. А ситуация оценивается как зайка, ты глупая, потому что у тебя продукты не так быстро собираются, как ты хочешь. Понимаете? И вот он получается момент, что вы противоречите своему убеждению, но этого не понимаете. Вы просто собираете продукты в пакет, и вам хреново. Но вы не видели о том, что у вас есть убеждение «я не должен показаться таким», а интерпретируете ситуацию совершенно по-другому. И вот вам результат в виде тревоги, тахикардии там, и прочих вегетативных проблем, которые вы знаете. В том числе и желудок и кишечник. Потому что кишечник иннервируется очень тонко. И любые переживания могут иннервировать кишечник и вызывать дисфункцию его. В том числе сдутие, диарею и прочие расстройства. Поэтому кишечные проблемы – это первый психосоматоз. То есть язвы и колит, и синдром раздраженного СРК, да, синдром раздраженного кишечника – это как раз психосоматика, потому что человек постоянно живет в состоянии внутреннего напряжения, только он этого не осознает. Если человек будет жить постоянно в состоянии «я должен производить хорошее впечатление», и будет ходить по улице и все время интерпретировать себя как ничтожество. Но, простите, тут не то, чтобы кишечник соматизируется, тут все соматизируется, начиная от головы, заканчивая ногами, потому что у него слишком жесткие убеждения, какой он должен быть и какой не должен. Вот вам когнитивный момент. Итак, нашли у нашей женщины историю. Я не должна производить плохое впечатление, когда собираю продукты в пакет. Да? Вот оно должна.
И вот ее реакция. Теперь смотрите, она это увидела. Вот это первая часть когнитивной терапии. Вы должны научиться это видеть. Потом будем сейчас упражнения разбирать, навыки отрабатывать. Вот это понятно? Давайте еще одну ситуацию возьмем, помимо продуктов. Мужчина вышел на улицу, не успел ничего подумать, как вы часто говорите, и ему сразу стало хреново. Девочка не может выйти на улицу одна гулять, или она не может там, или он не может пойти далеко от дома. Вот вам, кстати, преломление к агорафобии. Да, многие спрашивали, может ли социофобия преломляться агорафобией. Еще как. И тут не обязательно паническая атака. Он может просто говорить, я боюсь передвигаться далеко от дома, просто мне страшно далеко от дома. Вот вам классический наш клиент. Здравствуйте, Алексей, у меня проблемы, я не могу один далеко уходить, потому что мне страшно. Не всегда под этим стоят социальные страхи, но часто стоит. Начинаешь расспрашивать, допустим, ну вспомни ситуацию, где тебе было страшно. Я уходил один от дома. Я говорю, ну вспомни, вот ты выходишь на улицу, что ты думаешь? Я думаю, что мне сейчас станет страшно. Вот у него, понимаете, он долбит, вот он страшный, ему страшно. Я говорю, окей, забудь, что тебе страшно, что происходит на улице? Там люди. Так, и что будет, если ты уйдешь, допустим, далеко? Я могу растеряться и показаться глупым. Раз. Еще варианты. А что будет, если ты уйдешь далеко или поедешь один в общественном транспорте? Я боюсь не справиться, у меня случится вегетативный приступ, и это будет ужасно, все будут смеяться, меня загребут в психушку, это будет ужасно для меня. Еще один, знаете, какой вариант часто в нашей практике встречается? Страх сойти с ума. Казалось бы, причем здесь социальное, люди могут причинить вред. Но здесь немножко другая тема. Да, но это немножко по-другому. Мы об этом поговорим во второй части занятия. Смотрите, какая еще есть социальная история, которую вы не видите. Люди могут причинить вред слишком очевидно. Понимаете? Дайте, даже собака может причинить вред. Я сейчас говорю о более сложных сначала концепциях, когда человек не видит проблем. Когда человек видит проблему, что он боится людей, что ему могут причинить вред, это замечательно. Он, во всяком случае, видит мишень. А есть наши клиенты, которые просто испытывают тревогу, беспокойство и не видят, что под этим стоит. Вот смотрите, например, страх сойти с ума. Казалось бы, при чем здесь социальные страхи? Правда? Ну, вопрос. Ну, я боюсь сойти с ума. Ну, казалось бы. Ну, сойду. Задаем вопрос, что будет, если ты сойдешь с ума? Мои родственники подумают, что я совсем ку-ку, я не оправдаю их надежд, это ужасно, это катастрофично, я буду полным ничтожеством, я буду вообще несчастным, неуспешным человеком. Да, это установка некомпетентности. Но под установкой некомпетентности мы понимаем вот все, что я сегодня хочу вам объяснить. Сейчас я к установкам перейду, что страх сойти с ума, он тоже туда же. Это страх личностной некомпетенции, что скажут люди. То есть страх сойти с ума – это высшая точка преломления страха быть плохим перед людьми. Ведь хуже, чем сойти с ума перед людьми, ну, быть, ну, тяжело. Если у меня клиентка пытается всю жизнь быть перед всеми хорошей, быть хорошей на работе, быть хорошей на улице, быть хорошей подругой, быть хорошей женой, быть хорошей матерью. Какой для нее самый страшный страх? Конечно, сойти с ума. Потому что если она сошла с ума, она в белом, она в желтом доме, все пипец, она нехорошая. То есть страх сумасшествия под этим стоит как раз страх быть плохой. И то, как к этому отнесутся люди. Понимаете? То же самое касается страха причинить вред кому-либо, либо себе, либо другим. Что будет, если ты это сделаешь? Это ужасно. Я буду очень плохим человеком. Меня осудят, я себе этого не прощу. Это тоже страх произвести плохое впечатление, ну, косвенно уже, да, на людей. Вот, еще раз сократический диалог, поехали. Вышли на улицу, вышли в офис, вышли в офис, вышли еще куда-либо. Задаем себе вопрос,
У вас тревога, у вас беспокойство. Где я нахожусь? Я там-то, там-то. Что ты сейчас думаешь? Я думаю о том, как мне хреново. Нет, не то. Я думаю что-то другое. Что ты думаешь о том, что тебе хреново? Или что ты там еще думаешь? Да? Я думаю о том, что ты думаешь о ситуации, в которой ты находишься. Или что будет, если случится то, что ты думаешь? И тут два варианта. Либо я нахожусь в окружении людей, и сейчас меня накроет, и мне придется побежать домой, и они подумают обо мне плохо. Либо я думаю о том, что меня сейчас накроет паническая атака, и это будет ужасно выглядеть. Или я боюсь пойти в социальное публичные места, потому что мне придется выступать, у меня не получится, я буду заикаться, и они подумают обо мне, что я какой-то странный и плохой. Так? Поняли? Мысль должна быть четко. И старайтесь четко с сегодняшнего дня ловить вот эти внутренние мысли. Что будет, если? Убирайте вот эту тревогу, вот внешнюю. Старайтесь смотреть всегда внутрь, что ты думаешь сейчас и что будет, а что будет если. И если вы нашли вот эту историю, люди обо мне подумают плохо, люди подумают, что я какой-то ужасный, то вы можете смело оставаться сейчас дальше, потому что мы будем разбирать техники работы с такими социальными страхами. Вот, собственно говоря, первая прелюдия закончилась. Да? Это о том, о чем и что я имел в виду, создавая вот этот семинар сегодня. Да? Вот это та самая тема, которую я назвал в целом социофобией. То есть она гораздо более широкая, как вы уже видите. Давайте здесь некоторый элемент вопросов и продолжим дальше. Страх подвергнуться критике, конечно, то же самое. Это страх осуждения, да. Как проходить собеседование в первые рабочие дни в коллективе? Сейчас увидим, сейчас расскажу, как. Страх умереть – это что? Не совсем социофобия, но если хотите, я отвечу на этот вопрос про страх смерти. Юлия задает вопрос. Давайте таким бонусом про страх смерти. Это не социофобическая тема, не хотел отклоняться. Ну, давайте про страх смерти начнем когнитивно-поведенческую терапию социофобии, да? Быстренько только. Многие думают, что они боятся просто смерти. Вот как эзотерического факта. А это не совсем так. Есть, конечно, люди, которые боятся смерти, потому что там что-то неизведанное, там что-то неописанное, хотя описывается много в эзотерике, описывается много в религиях. Но на самом деле, если обращаться к нам, когнитивно-аналитическим психотерапевтам и психологам, консультантам, кто работает с этим вопросом много, выясняется. Опять же, когнитивно, как можно выяснить, что будет со страхом смерти? Давайте я вам сейчас задачку такую загадаю. Что будет, как будет работать когнитивно-аналитический психотерапевт вопросами? Илья, что ты опережаешь? Я знаю, что ты все знаешь. Это мои клиенты блещут эрудицией, да? Ну ладно. Смотрите. Задаем вопрос. Допустим, клиент говорит, я боюсь умереть. Панически боюсь умереть. Вопрос какой? Что будет, если ты умрешь? Ответ, ничего не будет, меня же уже не будет, это ужасно. Я говорю, и что ты будешь думать об этой ситуации, если ты умрешь? Например, вот ты умер. Он говорит, я ничего не буду думать, уже умер. Я говорю, представь себе эту ситуацию, и что ты будешь об этом думать? Это ужасно, Алексей, если я умру. Я говорю, почему? Потому что, как же, я должен построить дом, я должен купить яхту, посадить дерево,
Потом я еще должен, значит, помочь матери купить ей дом в Калифорнии. А еще у меня бизнес, а еще я не достиг этого, не достиг этого. Мне нужно это. И получается, это все у меня не реализуется. Это же ужасно. У меня же такие планы. Я должен брата обогнать, отца обогнать, матери доказать, что я не тупой сын. Я же должен это сделать, а тут я умру. И получается, что смерть, а точнее не смерть, как вы поняли, а мысли о смерти, вот она, когнитивная, да, терапия, мысли о смерти является не просто страшилкой, она является конкретной угрозой к реализации жизненной стратегии. Помните мой последний ролик про стратегии? Ну, про внутренний конфликт, да, там, где стратегия формируется. И вот человек, если есть стратегия добиться успеха, то смерть является, зараза, огромнейшим препятствием к выполнению этой стратегии. Вы просто даже эту мысль не слышите. Вам кажется, что у вас паническая атака на улице или в метро, а на самом деле у вас промелькнуло огромное количество мыслей со словами «что-то мне плохо», «значит, я могу умереть», «а значит, я не реализую это». И это ужасно! А, паника! Вот оно. Понимаете? Как тут смерть. А какой боли перед смертью? Нету болей, значит. А вот это и есть, о боже, физическая боль. Ну не ходите к стоматологу, значит. А смотрите, вот вам смерть является в когнитивной терапии как метафора препятствия к реализации своих убеждений. Я должна сделать это, или я должна своих детей там то-то. И если я умру, это непростительно. Я буду плохой матерью. Я подведу семью. Я подведу, значит, всех, кого только можно, если я сейчас кончаюсь. И вот эти именно мысли и являются тревожными. Понимаете? Вот как когнитивная терапия понимает страх смерти. Жалко вам оставить этот мир. Вы его оставите, я вам гарантирую. Мы все, вот 74 человека, этот мир оставим. Хотите вы этого или не хотите. Вы его оставите, и я его оставлю, и вы оставите. Через лет 50 в среднике мы все его оставим. Хотите вы этого, не хотите, боитесь вы этого или не боитесь. Если бы у вас был хотя бы вариант не оставить этот мир, это было бы логично. Но если у вас вариантов нету, у вас нету вариантов не умереть, понимаете? У вас просто нету такой возможности. Разница только в том, кто отрезок до смерти проживет более-менее интересно, а кто проживет, сидя дома и состарится в четырех комнатах, в четырех стенах. Вот и вся разница. Одинаково все у всех будет. Всех закопают, там, кремируют и так далее. Это всегда случится. Вы можете иллюзии на эту тему не строить. Вопрос просто в том, насколько я готова это принять. И это уже экзистенциальная тема Юлии. Да? Насколько я готова принимать возможность и факт того, что смерть вообще, она есть в моей жизни. И что она неизбежна. Как я с этим обхожусь? Что я с этим делаю? Потому что если я сопротивляюсь этому факту, то вся моя жизнь пройдет в одной сплошной тревоге и беспокойстве. Если я этот факт принимаю, что рано или поздно я умру, но я не знаю когда, может через час, может через день, может через год, может через 10, а может через 60, я не в курсе. Сейчас мы будем об этом говорить, про бабку Вангу нашу. Да? Поэтому с точки зрения когнитивной терапии, страх смерти – это преграда. Это преграда для реализации. Просто вы не видите. Допустим, еще раз, девушка едет в метро, у нее там паника. Но она даже не слышит собственных мыслей, не потому что она плохая, потому что она не умеет это делать, что «а вдруг ты сейчас умрешь? Это же ужасно! Это же ужасно! Это же кошмарно!» Она не задает вопрос «и что будет, если ты умрешь?» Но я не успею реализовать там то-то. И как ты к этому относишься? Я должна матери доказать. Я должна доказать брату. Я должна еще что-то. Умер, да, вот умер, облажался, значит, не успел.
Значит, я какой-то хреновый, все вот успеют купить Мазерати, а я ж все, пипец. Понимаете, и страх, и панику вызывают именно эти мысли, но вы их не слышите, потому что они называются автоматические в когнитивном подходе, да? А вы видите только эмоцию, где это? Вот. Вы видите только эмоцию, а внутри, сейчас умру, оценка какая? Ужасно. А как мои дети, а как мой муж, а как без меня, а как же моя работа, а я же не успел, а у меня же цели, а у меня же планы, у меня амбиции, я не хочу умирать, я еще не миллионер, добрый вечер, паника. Вот так когнитивная терапия понимает смерть, да? Нет, мне не страшно умирать, а как я, чем мне бояться умирать, если это неизбежно? Какой смысл бояться? Вон вам Юлия Чурина про смысл может рассказать очень хорошо. Какой смысл бояться умирать? Если бы у меня была возможность не умереть, я бы, наверное, как-то бы подумал на эту тему. Но если у тебя такой возможности нету, какой смысл об этом думать, во-первых, и бояться? О, Юль, тебя сейчас завалят. Вопросами про дарах смерти. Да, вот он, Виктор Франкл рулит. Значит, да, поехали дальше. Вот это понятно? Просто смерть это одна из экзистенциальных данностей. Смерть это одна из экзистенциальных данностей, которая изучает экзистенциальное направление психотерапии. ЭГП называется. Экзистенциальная психотерапия. Страх смерти в том числе входит в одну из данностей. Давайте дальше. Поехали. Итак, внимание, please. О двух словах не скажешь. Это точно. Смотрите. Так, все. Хватит. Значит, смотрите. Сейчас сердцевина программы это... Давайте начнем с того, как приобретаются такие проблемы, а потом до конца продолжим оттачивать упражнения, окей? Итак, черт побери, вы поняли, что вы боитесь социального общения. Вы боитесь выходить на улицу, вы боитесь общаться с людьми, вы боитесь публично выступать, вы боитесь произвести плохое впечатление осознанно или неосознанно, как вы это уже поняли. Это можно делать осознанно, а оказывается еще и нет. То есть неосознанная тревога, под ней может крыться социофобические проявления. Вы это уже сейчас от меня услышали. Когда вы это поняли и нашли в себе страх публичной оценки, вам было бы неплохо понять, черт побери, откуда это началось. Теперь смотрите, как когнитивная терапия понимает причины, когнитивная, не аналитическая, потому что аналитическая терапия понимает более сложно. Просто можно объяснить когнитивной модальности. Как когнитивная терапия понимает такую проблему? Смотрите как. Есть такие вещи, которые называются убеждения. И есть такие вещи, которые называются установки. Да? Чтобы вам было проще понять, как это выглядит, у меня есть очки, да, они прозрачные. Есть убеждения, которые являются цветными стеклами. У нас есть 5 классических убеждений, установок, да. Не любовь, не компетентность, вина, опасность и контроль в когнитивной терапии. А как это формируются убеждения и установки? Есть такая вещь, которая называется некомпетентность. Это установка, проще говоря, которая формируется до 7-летнего возраста, где путем достаточно сложных взаимодействий с... с ребенком, мама и папа формируют убеждение у ребенка, что ты тупой, ты глупый, у тебя не получится, ты не справишься, все люди как люди, а ты какой-то вообще лошара. Вот Машенька пишет на 5, а ты пишешь на 2. Вот все пишут дети прописи ровно, а у тебя корявые руки. И когда системно ребенку вкладывается понятие, что он даун, идиот, дебил, у него не получится, посмотри, все люди как люди, или
когда есть идеальное желание доказать маме, или, допустим, рождается в семье сестра, или рождается в семье младший или старший брат, и один из ребенков видит, что акцент внимания и любви смещается на брата, и он пытается, и он интерпретирует эту ситуацию, что он стал глупее, что он стал какой-то тупее. Можно я буду вещи своими именами называть, не так проще, да? И он пытается доказать своими успехами, что он не глупее, что он не тупее. Особенно, когда, знаете, родители подкидывают такую идею. Они-то пытаются это как мотивировать? Мы стимулируем нашего ребенка, говоря, что он тупой. Замечательная стимуляция. Стимулируйте лучше что-нибудь другое, но не это. Понимаете? А почему? Потому что если вы стимулируете своего ребенка постоянным сравнением с Машей, Сашей, Петей, Галей, Васей, вот у нее нормально, а ты глупенький у меня, а ты глупенький зайка, да? Или там, вот так вот, глупенький зайка, посмотри, как все, что я тебя родила такого, да? И вот тут формируется убеждение у ребенка, что он какой-то не такой. Он какой-то не такой. Бывают случаи физического насилия, когда ребенка, сейчас про перелюбили, чуть попозже, бывает тогда, когда ребенку применяют насилие физическое не по обстоятельствам. И это формирует очень тяжелую социофобию, которая тоже корректируется, но требуется время и требуется сила воли у такого человека. Ну, например, ребенку постоянно прилетало от родителей или там от отца или от матери просто так. Вот человек пришел со школы, да, и просто вот у родителей плохое настроение. Ему прилетает там на сяру или еще куда-нибудь, или обзывают его, ты тупой, или за четверки там ругают, да, или ругают за ошибки, или просто так у отца какое-то плохое настроение. И у ребенка формируется убеждение, что ему может попасть, и он может быть плохой просто так, он не понимает, он вроде двойку не принес. И вроде ничего плохого не сделал, но в бубен получил. И еще и назвали понятно как. И если это делать систематически, то формируется внутреннее убеждение, что я априори, что бы я ни делал, я какой-то плохой. Я какой-то тупой, я неправ. И потом у ребенка какие стратегии формируются от такого насилия. Чтобы, стратегия такая, что бы я ни делал, я буду плохим. Или что бы я ни делал, я могу быть плохим. Или я априори какой-то плохой, и я априори все делаю плохо. Ребят, не задавайте вопросов, когда я не прошу. Я сбиваюсь. Пожалуйста. Вот, да. Вот когда. Вот понятно, вот эта идея, как вкладывается убеждение, убеждение некомпетентности, которое потом будет являться преломлением социофобии. То есть вкладывается в ребенка путем взаимодействия с родителями, с сестрами, с братьями убеждение о том, что ребенок не такой. Или ребенок растет в социальной среде, где его гнобят, окружающая среда, но родители не формируют в этом ребенке ответных реакций. То есть у ребенка нету внутреннего посыла к тому, что дать сдачи – это нормально. Потому что многие же, вот у нас есть, да, дети, которые приходят, они боятся дать сдачи не потому, что они физически слабые. У меня был вот, ребенок, там мама просила, проконсультируйте, ребенок физически здоровый, физически сильный. Но в бубен дать боится там, тем, кто его обижает, потому что боится быть плохим мальчиком. А мама говорит, а объясните, Алексей, почему вот он такой? А мама сама не поняла, что она всю жизнь ему говорила, что ты будешь плохим, если ты будешь обижать людей. Вот видишь, Володя обидел Машеньку, он плохой мальчик, он плохой мальчик, он плохой мальчик, он плохой. И у ребенка формируется понимание, что если ты дашь сдачи,
то ты будешь плохим. Поэтому, естественно, когда происходит ситуация, где сдачи дать надо у ребенка, у него формируется убеждение, что у него формируется страх, что я, если сейчас дам ему в бубен, а я могу это сделать, я плохой. Только ребенок может этого страха также не осознавать. Он просто чувствует, что он боится, и, естественно, он пугается, зажимается, потом над ним начинает смеяться, таким образом это все подкрепляется. Раз, два, три, и все, и он уже не может давать сдачи, потому что он уже понял, что у него уже стимул, реакции, подкрепления сработали, он уже не даст сдачи. Он, во-первых, плохой и не может это сделать, во-вторых, он чувствует себя каким-то слабым, беззащитным. Это как социум может влиять на ребенка, и как мама, опять же, неправильно, или там папа может поступать. Когда, вот у меня, допустим, был случай, когда вплоть до того, не ходи по травке, травке больно, не рви цветочек, цветочек стонет. Это, понимаете, потом, как это потом формирует у ребенка, я с этим ребенком работаю, да, только ребенку на минуточку за 40. Вот. Как это потом формирует убеждение у человека, что я не могу вообще что-то сделать не такое, что или я все должен анализировать, не буду ли я плохим. Вот теперь о причинах дальше. Понятно, что это вкладывается в детских отношениях в детстве. Формируются некие призмы того, какой я и как я смотрю на мир. Почему это важно понимать вам? Потому что именно через эти убеждения вы потом осмысляете вашу жизнь. Если я сейчас там запаникую, я буду плохой. А другой человек скажет, если я запаникую, ну и что? Потому что у него нет таких убеждений, что я не должна производить плохое впечатление. Или, допустим, одна девушка едет в метро и говорит, я сейчас упаду. Одна скажет, ну упаду, черт побери, я имею на это право. Могу упасть. Но у нее нет такой тревоги бессознательной. А у вас есть. Потому что у вас есть убеждение, если я сейчас как-то социально выделюсь, это же ужасно. Потому что вам всю жизнь пытались это долбить, что не надо социально выделяться, будь хорошей девочкой. Девочки хорошие не лежат в метро вот так. У вас есть такая история, да? Что хорошие девочки не ведут себя как-то странно. Хорошие девочки ведут себя только вот так. Им не может быть вегетативно нехорошо. Хорошим девочкам не может быть вегетативно некомфортно. И еще, конечно же, хорошие девочки не могут ошибаться. Ну как же они хорошие девочки и мальчики могут ошибаться? Они не могут ошибаться, они не могут забыть, они не могут оговориться, они не могут показаться смешным иногда. Это же ужасно. И вот эти убеждения и являются проблемой. Теперь приступаем к практической части. Она у нас записана в часовой тайминг. Итак, самая филейная вырезка, как прорабатывается эта бяка. Смотрите. Чё? Ну да. Я много пробовал со своими клиентами и в групповом формате, и в индивидуальном. И на протяжении последних 2 лет пришел к выводу, что все-таки самыми эффективными техниками даже в очень сложных социофобических проявлениях тревоги и страха это 2 техники. Одну технику я назвал зеркалом, другую я назвал светофором. Техника зеркала – это не мое авторство, это, в принципе, авторство Зигмунда Фрейда, и это защитная реакция, которая называется проекция. Но изучать просто проекцию с точки зрения психоанализа очень вам будет тяжело, потому что там очень много терминологии. И я назвал это техника в кавычках «зеркало», чтобы проще вам было объяснить, как это работает и как с этим поступают. И вторая техника, я ее назвал «светофор». А это уже лично мое авторство. Мои клиенты ее прекрасно знают. Она замечательно ложится в когнитивную концептуализацию
и замечательно ложится в технику шестерка, значит, о которой тоже сейчас будем говорить. Итак, первая задача, которую нам надо сделать, это выявить наше убеждение. То бишь, выявить убеждение. А убеждение – это то, как я преломляю свою жизнь. Только не в плане некомпетентности. Есть, в принципе, два основных убеждения или искажения, искажения правильнее, которые преломляют социофобическую тему нашего вебинара. Пишем. Первое – это катастрофизация. И второе – это должествование. И забыл еще сюда третье – это чтение мыслей. Давайте еще четвертое сразу туда запишу. И четвертое – это персонализация. Давайте еще разок. Катастрофизация, должествование, чтение мыслей. Окей? Угу. Катастрофизация, должествование, чтение мыслей. Окей. Смотрите. Я планировал просто про катастрофизацию и должествование, но давайте возьмем еще чтение мыслей, хотя это, в принципе, к проекции относится. Ну, пускай будет так. Смотрите, что такое катастрофизация. Катастрофизация – это ваш мыслительный процесс, где вы придаете ситуации или мыслям слишком катастрофическое значение. То есть, это ужасно, если я так сделаю. Я не переживу, если случится это. Или, если будет так, это крах. Если случится так, это, вот, в принципе, с этим не живут. То есть, катастрофизация – это очень сильное преувеличение в область катастрофы. Если я упаду в обморок, это ужасно. Но кто тебе это сказал? Я не должна падать в обморок. А вот это уже должествование. Искажение должествования – это тогда, когда у вас слишком много «я не должна» или «я должен». «Должен» с точки зрения Альберта Эллиса и Аарона Бека очень негибко. Это очень сковывает человека. Это очень непластично. «Я не должна упасть в обморок». Давайте сейчас эксперимент проведем. Дорогие клиенты, как надо переделать убеждение «я не должна падать в обморок»? Сколько секунд пройдет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз вариант, девять. Да, два варианта, отлично. О, красавчик. Ну, 10 секунд потребовалось, чтобы предположить. Молодцы. Хорошо. Все, спасибо. Смотрите, самым идеальным вариантом заменить должен на было бы лучше. Было бы лучше, если бы я не падала в обморок. Но, запятая. Итак, пишем напротив установки должествования. Было бы лучше. Вам надо научиться менять должна или не должна на было бы лучше. Было бы лучше, если бы я не упала в обморок, но. Пока проставьте троеточие, сейчас я подскажу, как дальше. Было бы лучше, если бы я не показалась глупой, но. Было бы лучше, если бы я не запаниковала, но. Это начало, начало работы над убеждением. Было бы лучше, было бы лучше, было бы лучше, было бы лучше. Теперь, когда вы нашли в своих мыслях катастрофу, и это ужасно, и это катастрофично, замените это. И это вовсе не ужасно, это вовсе не такая катастрофа, это вовсе не, это вовсе не. Получается у нас сначала, было бы лучше, если бы я не падала в обморок, но, сейчас я технику основную покажу, и в конце хвостик, и это вовсе не означает, что я дурочка, или это вовсе не означает, что я дурак, это вовсе не означает, что я не имею на это права, или это вовсе не означает, что это конец света, или... Это вовсе не означает, что это вовсе не говорит о том, что я глупый. Конечно, я могу упасть в обморок, и это не означает, что я слабый, потому что каждый человек может упасть в обморок, и я не отличаюсь ни от кого, ничем.
Я просто привык так думать, я просто привык так бояться. Вот я вам показал сейчас начало и хвост, да? Было бы лучше, если бы мне не было плохо, но... Тын-тын-тын-тын-тын, сейчас увидите. И в конце это вовсе не означает, что я такая-то. Или это вовсе не означает, что я такой. Потому что каждый имеет право... Это сейчас увидите. Точнее, в начале, в середине это вставим. Так вот, персонализация, мы еще говорили, да, о таком искажении. Персонализация – это искажение, очень типичное социофобам. Когда вы заходите в аудиторию института или в офис, и кто-то где-то хихикнул два раза. Кто-то где-то хихикнул, что-то там, да, и вы подумали, про меня смеются уроды. Обо мне говорят. Точно меня обсуждают. У меня что-то не то? А что там? Кто-то смеялся. Это, наверное, я, да? Я что-то не так сделал. Или вы зашли в ресторан, и кто-то там... И вы такие... А что не так-то, да? Потому что у вас сразу мысль, что-то со мной не так. И это как раз называется искажением персонализации. Как искажение персонализация может быть разбито вашей мысли? Первое. Я зашла в ресторан, и кто-то хихикнул. У вас старая мысль какая? Что-то со мной не так. Потом говорите так, стоп. Во-первых, но сейчас я про это буду говорить. Вот просто понятно вот это? Сейчас я про зеркало, когда буду говорить, это есть проекция на самом деле. Персонализация, просто Арон Бек немножко от Фрейда отошел, поэтому он проекцию назвал персонализацией. А и чтение мыслей также назвал персонализацией. Ну и чтение мыслей, да, это туда же. Сейчас я буду про это говорить. Теперь, внимание, что там у тебя, болит что? Нет. Вот. Самое главное. Пишем техника номер один при разработке этой самой социофобических страхов. Техника зеркала. Техника зеркала, она же техника проекции. Она же искажение, персонализация и чтение мыслей по Арону Беку или Альберту Эллису. Как это выглядит? По Арону Беку персонализация, я уже сказал, вы зашли куда-то, и кто-то хихикнул, и вы подумали про меня. Или зашли в магазин, продавщицы улыбаются, и вы говорите, я что, такой лошара, что ли, что они улыбаются? Или... чтение мыслей. Зашли в магазин, они улыбаются, и говорите, про меня думают. Точно. Я знаю, что они думают про меня. Они меня обсуждают. Или, допустим, зашли куда-то, и кто-то там шушукается вдали. Шушукается, и говорите, меня обсуждают. Или стоите в магазине, собираете продукты в пакет, а там сзади что-то происходит, и вы такие, и вы такая... Блин, они меня торопят, наверное. Они сейчас обо мне говорят и говорят, какая я лохушка и какая у меня руки откуда растут. Вообще ужас. Вы включаете бабку Вангу. С какого пи-пи-пи-пи-пи вы знаете, что они думают? Кто вам об этом сказал? Я могу вам ответить, кто. И это называется зеркало. Ну, в моей технологии, да? Что такое зеркало? Запоминайте. Если вам когда-нибудь где-нибудь придет гениальная мысль о том, что вы знаете, что думают о вас люди, знайте, что эта мысль о себе ваша сейчас. То есть вы сейчас подумали о себе, что я лошара, и эту мысль перепутали с тем, что думают кто-то другие. Ну, допустим, вы собираете продукты в пакет и думаете, какая я медленная, как у меня ничего не получается. Кто-то хихикнул, вы, о, точно, слышала, хихикнула, и она так думает. Или я иду по улице и думаю, как я хреново выгляжу, какая я ужасная. И на меня все люди смотрят и думают, какая я ужасная, потому что это вы о себе так думаете. Вы путаете свою мысль о себе с мыслью о том, что думают окружающие. Это и есть проекция. Ваши мысли или ваши чувства
вы ими наделяете как бы других. Вы говорите, я знаю, что ты думаешь обо мне. Правда? Как интересно. Причем интересно то, что вы в этом безумно уверены. Вы уверены, что он так думает? Вы уверены на 100% просто. Что хихикнули про вас, что обсуждают вас, а на деле зачастую так не происходит. Конечно, мы все живем в социуме. И бывает так, что действительно могут обсуждать и меня, и вас, и Васю, и Петю. Мы не исключение. Но в социофобической проблеме вас все обсуждают. Куда бы вы ни пришли, в ресторан, в магазин, в кинотеатр, но в кинотеатр социофобы не ходят, куда бы вы ни пришли, если еще куда-то ходим, везде вас обсуждают, везде. И никуда зайти нельзя, потому что все на вас концентрируют внимание, и все будут смеяться, и все будут вас... Вы знаете, вот сидит 300 человек в кинотеатре, и вы зашли, и весь кинотеатр такой, жух, о, чувак пришел, посмотри. Но мы же понимаем, ну звезда, конечно, пришла звезда, естественно. Вот понимаете, всем делать нечего, как только вас обсуждать. В чем вы зашли, что у вас там где капнуло, что вы там, как вы жуете, как вы выделяете, и как вы... Вот делать всем на эти нечего, как только об этом и думаете. А, вот, поэтому, еще раз, теперь про зеркало. Смотрите, как с этим работать. Правило номер один. Пишем. Все, что я думаю о себе, хороший я или плохой, это мои мысли. Все, что я думаю о себе, это мои мысли о себе. Второй тезис. Я и никто другой не умеет читать мысли и чувства окружающих. Вот у меня Максим читает договор, сейчас на диване сидит. Я нифига не знаю, что он думает. Это мои проекции. Макс, я думаю о том, что ты... я не умею. Я не знаю. Раньше получалось, сейчас у меня проекций мало. О чем ты думаешь? Ну, не важно. Я думал о том, как ты вот то, что сейчас ты говорил, рассказывал о социофобии. Я сразу вспомнил о своей супруге. Так я ей рассказывал подобные вещи. А, понятно. А я думал, что ты... То есть, смотрите, вы уверены в том, что вы знаете, что он думает. Только вы научитесь понимать, что вы не умеете знать. Вы можете только предполагать по ситуации. Но зачастую вы не можете знать точно. Я не могу читать чужие мысли. Это второй тезис. И никто не умеет. Вам так кажется. Третий тезис. Если мне кажется, что они обо мне плохо думают или говорят про меня, это мои фантазии. Это лично мой страх. Мой страх внутри меня. Это мой страх. Это не их мысли. Я не в курсе. Вот это очень важно. Упражнение. Упражнение. Вы с сегодняшнего дня ходите по улице и долбите себе в голове. Я не умею знать, что они думают. Я не умею знать, что они думают. Смеются они, хохочут, плачут, радуются. Я не знаю, что у них в головах. Вот пока к вам человек не подойдет и не скажет, ага, у тебя галстук плохой, вот... Вот тогда мы будем действовать по инструкции следующей. Но пока вам не подошли, не сказали, галстук плохой, вы не знаете, что он думает. И даже если он стоит и как-то мимически переминается, вот эта история психологов с вербаликой и невербаликой, о том, что невербально много доносится, да, действительно, невербально можно что-то, какие-то основные моменты определять. Но все остальное будет являться вашей проекцией. Вот в институте психоанализа очень классно это проверяется. Они же думают, что они все в людях разбираются. Знаете, вот каждого психолога подойди, я разбираюсь вообще. Мне достаточно 2-3 невербальных жеста, это флегматик сангвиник, а это вот туда, а тут у вас анальная стадия фиксации. Зайка, это твои проекции. Ты об этом человеке ничего не знаешь. Ты можешь только
пытаться как-то интерпретировать, да, пытаться что-то предполагать, но лучше, чем сам человек, о себе не знает никто. Твоя задача проверять свои догадки, проверять свои предположения методом ассоциации или интерпретации. А человек может говорить «да» или «нет». Но никогда вы не можете, будучи даже очень пафосным психологом, вы не знаете. Пока человек вам это не сказал, это ваша проекция. Понятно? Пока вам в очереди не сказали «слышь ты, давай быстрее», вот тогда, да, это уже ситуация. Понимаете? А я сейчас скажу, как это делать. А вот когда вам уже крикнули «слышь, давай», вот тогда это уже ситуация, Валерий. Сейчас я скажу, как это делается. А когда нету вот этого момента, это все ваши проекции. Вот запомните это правило, постарайтесь его так это интегрировать внутрь своей головы, что пока вам не сказали, что мы про тебя смеемся, мы про твой галстук, мы про твои ботинки, мы там про тебя. Вот пока вы это четко не узнали, это все проекция. Понятно? Теперь смотрите, как с проекцией работать. Первое. Вы ходите и долбите себе в голове, что я не умею слать их мысли. Когда вам приходит, у вас будут приходить в голову автоматические мысли, что про меня смеются, про меня смеются, про меня смеются. Обо мне говорят. Или подумают про меня плохо, подумают про меня плохо. Сразу останавливаем и говорим, я не знаю, что они подумают. Я не знаю, что они подумают. Откуда я знаю, что они подумают? А может так подумают, а может так. Хрен его знает. Сейчас еще вторая техника будет. Теперь второй момент по зеркалу. Есть два очень важных момента. Проекцию можно иногда проверять. Проекцию можно проверять. Но здесь есть небольшая оговорка по Фрейду. Пишем. Надо проверять проекцию тогда, когда это действительно важно. Ну, например, если вы стоите в магазине и предполагаете своим бабкой Вангой проективной, что думают о вас плохо, вы говорите, я не умею знать, я не знаю, что они думают. А вас подмывает проверить. Но если вы развернетесь и скажете, товарищи, а вы сейчас про меня думаете, вы рискуете, в принципе, проверить проекцию очень жестко, спровоцировав очередь своим вопросом, потому что на самом деле очередь могла о вас не думать вообще. А если и думать, то очень нейтрально со словами там я следующий, там, или я там скоро домой, там или еще что-то, да. Но когда вы развернетесь к ним со словами, я хочу проверить проекцию, кто про меня тут вас, кто из вас про меня плохо думает, ну, понятно, да, что социально это будет выглядеть странно. А если вы выступаете у меня, допустим, с презентацией нового проекта в офисе перед там, менеджментом, выступили, и вам важно фидбэк, вам важна обратная связь. Это проекция тоже, потому что вы выступили и думаете, блин, понравилось или не понравилось, нормально было, а где было хуже, где было лучше, может вообще фигня была. Вам важно это проверить. И тогда вы идете, находите какого-нибудь интересного, важного специалиста, и говорите, Сан Саныч, как это было вообще? Сан Саныч говорит, ну нормально, ну ты там запнулся в начале, а так в принципе хорошо. Вы говорите, окей, берете второго человека там, Рейс Захарна, как было? Ну ты знаешь, в целом хорошо. А вот если ответ негативный, вы, допустим, говорите, Сан Саныч, как это было? Сан Саныч, слушай, полная лажа вообще. Что-то ты вообще накосячил, а что накосячил? Вы задаете вопрос, а что было не так? Ну, ты вот здесь сделал так, а это не совсем правильно, а тут ты ошибся. Или, а потом подходите еще к двум человекам, чтобы проверить среднюю статистику. Рей Захарна, как это было? Ну, Леш, ты знаешь, вот здесь ты там не доработал. Там, Валерия Михайловна, а здесь как? Леш, ну ты тут тоже не дотянул, что-то ты не досчитал. Вы поняли, что действительно вы проверили вашу проекцию, и действительно где-то есть косяк. И судя по всему, что три человека сказала, это правда. И как вы здесь мыслите? Вы не говорите себе, все, пора закапывать меня, я урод. Вы говорите себе, ага, выписываете, где был косяк, что было не так, и говорите, было бы лучше, если бы я, конечно, выступил лучше.
Но, судя по всему, я действительно недоработал проект, и я действительно ошибся. Я сделаю работу над ошибками и постараюсь в следующий раз такие ошибки не совершать. Каждый человек совершает ошибки, любой менеджер, начиная с Лии Кока, заканчивая кем угодно, совершал ошибки. Лия Кока – это Крайслер. Да, совершал ошибки. И все они ошибались. Сейчас, подождите, ребят, но потом. И они все ошибались, и в этом нет ничего страшного. Если вы проверяете проекцию социального характера, как это можно сделать? Например, тост на свадьбе. Говорите тост и говорите, блин, полную лажу сказал вообще. Ну, как обычно, пожелали счастья, здоровья, да? Полную лажу сказал. Ну, хочется вам проверить. Возьмите соседа, скажите, Михалыч, я очень глупо выглядел. Он скажет, а я вообще не слышал, что ты говорил. Да? Жень, а я как вот был, я что-то я вообще сказал, нормально? Ты нормально, расслабься. Все, вы проверили средний срез. Если человек сказал, ты полную лажу сказал, Леха, ты вообще такую лажу сказал, вы говорите как? Было бы лучше, если бы всем понравилось мое выступление. А вот теперь переходим ко второй части. Смотрите, было бы лучше, если всем понравилось мое выступление, но... А вот теперь техника номер два. Светофор. Пишем светофор. И теперь у нас сейчас выстроится большой концептуальный ответ. После того, как я вам расскажу про светофоры, мы будем натачивать разные ситуации на рациональный ответ. Светофор. Это лично мое изобретение, которое я не так давно увидел, когда работал с социофобией, с паникой и так далее, с клиентами. Я это увидел совершенно случайно на улице. Ну, естественно, светофор на улице. Смотрите, как интересно получилось. Вы должны понять очень важную штуку, что все люди, вот вы идете по улице, да, или вы делаете какие-то социальные действия, сейчас неважно, хорошие, плохие, правильные, неправильные, что очень относительно, да, вы должны понять главный тезис, что всегда найдутся те, кто будет делиться, вот в принципе общество у нас делится на три категории. Красные, зеленые и желтые. Что бы вы ни делали, переводите старушку через дорогу. Это как бы социально, ну, хорошее поведение. Но всегда найдутся те, кто скажет, о, выпендривается, о, что он самый умный, что ли, да? Это будут красный цвет. Найдутся те, кто скажет, ой, какой мальчик хороший, ой, спасибо тебе, вот есть еще люди нормальные в нашем городе. Это зеленые. И есть желтые. Это те, кто этого даже не заметит. А если и заметит, не придаст этому никакого эмоционального значения. И поверьте, таких людей большинство. То есть, если проводить среднюю статистику, срез статистики, то желтого цвета в обществе до 80% доходит. Если только эта ситуация не слишком эмоционально насыщена. Парадокс в том, что даже если человек упадет в метро и будет лежать, и вы будете проводить общественный срез, кто мимо него проходит, я не знаю, как в ваших городах, но в Москве уж точно, эта статистика не изменится. Половина его не заметит, половина заметит и подумает, что он напился, половина скажет, мне все равно, и только единицы подойдут и скажут, ой, что там у тебя случилось, понимаете? А большинство людей думают, что вся толпа начнет возле него кружить и говорить о том, как он лежит и какой ай-яй-яй. Хотя на самом деле единицы людей на это обратят внимание. У большинства людей своих куча вопросов, своих проблем. Даже если там человека убивают, они мимо проходят. Они не обращают на это внимания. Поэтому желтого цвета больше гораздо. Теперь смотрите, как мы это интегрируем в ответ. Логика такая. Что бы я ни делал, так или иначе, всегда будут люди, которые мной довольны, недовольны и которые этого не видят или им по барабану. Ролики вашего покорного слуги.
они кому-то нравятся, кто-то считает это полной лажей, а кто-то как бы, ну, ролики не моя тема, вообще не интересно. Что бы вы ни делали, как бы вы ни помогали, и какая бы вы ни были сердобольная женщина, и какой бы вы ни были замечательный человек, всегда найдутся люди, которые будут вами недовольны. И те, которые вас просто тупо не оценят, потому что не заметили ваших действий. Но если у вас стоит убеждение, все должны сказать, что я молодец, то вы ставите себя в противоречие светофора. Вы ставите себя против красного и желтого. И начинаются проблемы. Вы не даете людям права выбора. Вы говорите, я не должна произвести плохого впечатления. Что это получается? У меня должен гореть только зеленый. Если я упаду, все подумают, что я лохушка. Вы включаете какой момент? Вы не даете принципу светофора естественному жить так, как он, ну, работать так, как это происходит в вашей жизни. То есть вы не даете права себе быть настоящим. Ложитесь вы в метро или не ложитесь. Помните, у меня есть фотография, где я лежу в кафе. Не видели никогда мою фотографию? Видели? Да, я сейчас ее вам найду, между прочим. Сейчас, я быстренько найду. Вот принцип светофора, как здесь я принимал. Смотрите. Вот, допустим, да? Сейчас. Очень просто. Заходишь в кафе и говоришь, сейчас я лягу на пол. У тебя первая мысль, что подумают люди? Ответ какой? Я не знаю, что подумают люди. Дальше. Как можно дальше по принципу светофора? Люди подумают как? Кто-то подумает, что я лошара. Кто-то подумает, что я какой-то прикольный парень и какой-то флешмоб устраиваю. А кто-то скажет, что я полный дебил. И он имеет на это полное право. Правда? Вот это очень важно. Вот эта фотка. Нашли мы. Смотрите. Вот вам этот кошмар. Смотрите, заходите и говорите, если я сейчас разлягусь в центре кафе, все подумают, что я какой-то идиот. Таким образом, я выключаю принцип светофора, и я говорю, что все должны считать, что я нормальный. А если я социально-рационально мыслю объективно, то получается, что я должен принять факт, что кто-то подумает, что я дебил, кто-то не заметит. А, кстати, большинство не заметило, естественно. Макс стоял, фотографировал, он говорит, слушай, половина людей даже не посмотрела на тебя. Я говорю, я знаю. А кто-то подумает, что я прикалываюсь. Понимаете? Вот вы должны руководствоваться принципом светофора, что бы вы ни делали, как бы вы ни себя не повели, описываетесь вы, не описываетесь, стошнит вас или не стошнит, станет вам плохо или не станет, всегда будут люди, кто в большинстве случаев этого не заметит, им будет не до вас. Если заметит, то никакого значения этому не придаст. Вот скажите, пожалуйста, вы много придаете значения тому, что делают окружающие люди? Поднимите руку, кто постоянно оценивает других людей. Многим понравится. Вы не можете постоянно контролировать окружающих и давать им ту или иную социальную оценку. В большинстве случаев у вас окружающие промелькает, но печально, Михаил, что вы это делаете, поэтому это ваша проекция. Вот вы, Михаил, допустим, сидите и постоянно оцениваете других. Ага, а это в чем едет? О, туфли какие нацепила. А это что делает? Ага, о, хихикнул. Хихикнул, а это что происходит? И вот если вы имеете такую нездоровую тенденцию так делать, да, Михаил, то получается, что вы по принципу проекции думаете,
что также делают другие. Понимаете? Дело сейчас не в защитах, а дело в том, что, смотрите, Михаил подсказал важную идею, что если вы привыкли оценивать других и давать им оценку, то вы думаете, что люди другие также поступают и с вами. И это проекция. Потому что это ваша проблема. Это вы любите оценивать. Это вы на них смотрите. Это вы их анализируете. Простите, но вы им дофини бати. В чем вы одеты? Как вы себя ведете? Но вы должны дать право принципу проекции, что принципу, простите, светофора, что кто-то меня может осудить, и кому-то я могу не понравиться, кому-то я понравлюсь, а кому-то нет. А кому-то будет все равно. И это факт. Это такой же факт, как факт смертности человека. Принцип светофора, как бы вы от него ни открещивались, вы не сможете постоянно жить в зеленом свете. Постарайтесь вот философски принять этот факт, что бы вы ни делали, вот я разлегся в центре кафе, но объективно странно, да? Но по факту это не произвело никаких впечатлений, мне никто ничего не сказал, не сделал. А если бы кто-то и сказал, и кинул бы в меня стаканом со словами «Слышь ты, ну что здесь можно сделать?» Здесь можно сказать, что каждый человек может, ну, если бы кинул стаканом, ну, наверное, бы Цыганков бы не сдержался, но, в принципе, если бы просто кто-то бы посмеялся, как бы я бы ответил? Да, каждый человек имеет право понять меня так или иначе. Это его выбор. Но от того, что я кому-то не нравлюсь, это не должно мешать мне жить и работать. Вот скажите, пожалуйста, мы большинство Украины, России, да? Вот многие жители Украины и многие жители России недовольны теми или иными политическими событиями, правда? Я не помню ни одного президента, которым были довольны бы все. Макс, я про тебя упомянул, что если бы в меня кинули стакан, когда мы лежали в кафе, то ты бы не сдержался. Не отвечай, ничего не надо. Вот. Поэтому ни один президент не может быть для всех хорошим. Ни один президент не может быть для всех... Слушайте, ну даже если вас в деревне осудят, ну и дальше что? Ну да, у меня вот есть многие знакомые из деревни, где на одном конце деревни сказал, а на третьем конце уже узнали. Ну да, и? Но если для вас это так социально непереносимо, что вы там делаете? Если так, прям, что говорят? Если вы с Машкой под руку прошлись по концу деревни, и все сказали, что и она с Машкой гуляет, насколько эта ситуация влияет на ваше будущее? Насколько эта ситуация влияет на вашу жизнь? Если есть слух или сплетня, патологически разрушающие вашу карьеру, то принимайте решение. Но если вам кажется, что это вот так говорят, это может быть ваша проекция. Потому что в большинстве случаев вы догадываетесь. 2-3 человека сказала, а вы подумали, что это уже все знают. Понимаете? Итак, давайте подытожим. Смотрите, как в идеале делается рациональный ответ. Записываем строчку. Прям по пунктам. Первое. Было бы лучше. Давайте этот кошмар выключу. Или оставить. Ладно. Первое. Было бы лучше. Второе. Принцип зеркала. Сейчас я вам подскажу, как это делается лучше. Третье. Принцип светофора. Было бы лучше. Зеркало, светофор. Четвертое. Задайте себе вопрос. Что будет самого худшего, если? Четвертое. Что будет самого худшего, если? Ну, допустим. Если у меня будет паническая атака в метро, или если я покраснею, что будет самого худшего? Самого худшего. Самое худшее будет то, что меня осудят и будут думать обо мне плохо. Пятое пишем. Как это изменит мою жизнь?
Как это изменит мою жизнь? В скобочках. Я зарабатывать меньше стану? Меня уволят с работы? У меня отнимут детей? Как это изменит объективно мою жизнь, если вся очередь меня поднимет таблички со словами «лошара»? Знаете, как в КВН, да? Оценки там поднимают. А как вы? Как это изменит? Вот все подняли табличку «Шарик, ты балбес». Как это изменит вашу жизнь? Предположим. И последний пункт. Могу ли я это принять? Если они все скажут, что «Шарик, ты балбес». Можете ли вы это принять? Теперь разрабатываем и начинаем отработку когнитивной стратегии в ситуации. Смотрите. Только не пишите сейчас ничего, я вас очень прошу. Стоите, возьмем классический наш магазин. Стоим в магазине, собираем продукты в пакет и чувствуете беспокойство. Задаете вопрос, что сейчас происходит? Я собираю продукты в пакет. Что меня тревожит? Или что я сейчас делаю? А что я сейчас думаю, простите? Я должна собирать быстрее продукты в пакет, чтобы не задерживать очередь. Почему для тебя это так важно? Я не должна задерживать очередь. Что будет, если ты задержишь очередь? Они меня осудят и будут думать, что я ужасный. Они уже вон там хмыкают. Уже ужасно все. Быстрее. Все. Вы поймали это. Теперь ставим здесь точку и говорим, так, зайка, стой. Давай рационально. Первое. Во-первых, было бы лучше, чтобы ты не задерживал очередь. Но ты обычный член социума. И каждый человек пришел в магазин покупать продукты. И каждый складывает так, как может. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. То, что я сейчас думаю, это мои мысли. Я не умею думать то, что думают другие люди. Это мой страх. Это моя привычка так думать о себе. Это я просто внутри себя так думаю, но я не знаю, что думают другие. Это моя проекция, это мои фантазии. Третье. Но я понимаю, что наверняка кто-то может быть недоволен. Кому-то я даже нравлюсь в очереди, и он там посмотрел на меня. А к большинству все равно, это светофор. Да? Что может быть самого худшего, если, черт убери, все скажут, слышь ты, тормоз, как это изменит мою жизнь? Да никак. Ну, не понравилось я, и ну и не понравилось, но это объективно. Что меня они? Убьют, покалечат. Ну, объективно вряд ли, правда? Я денег меньше стану зарабатывать. Как это объективно может изменить мою жизнь? Ну, кому-то я не понравился. Ну, стало стыдно. Разбил чашку в кафе. Ну, блин. Ну, разбил. Ну, да. Стыдно? Стыдно. Неприятно? Неприятно. И несколько человек вокруг увидело, что я разбил чашку в кафе. И что дальше будет? Что будет самого худшего? Вашу в тюрьму посадят. По первому каналу центрального телевидения расскажу, что сегодня в кафе «Шоколадница» произошел случай. Посмотрите на этого лоха. Он разбил кружку. Позор ему вечный. Вот так вы представляете, что это вот билборды по Москве повесит, знаете, по всему СНГ. Вашу фотографию такой, нет, нет, это не я. Ну, понимаете, смотрите объективно на эту ситуацию. Или... Девушке сегодня закружилась голова в метро, и весь вагон со словами «лошара» набросился на нее. Вы вот просто вдумайтесь объективно, что может быть самого худшего. Ну, самого худшего, что может быть. Но кто-то вас осудит. По принципу светофора так и будет. Я вас уверяю. По принципу светофора вот у нас сейчас 75 человек. Я вас уверяю, есть люди, которые вот считают полным пип-пип-пип-пип, то, что сейчас происходит. Я абсолютно уверен. В большей степени я уверен, что эти люди еще скажут, что это полная лажа и полный отстой. Какие-то люди скажут, ну, так, кому-то понравится. Это нормально. Абсолютно. И как бы я сейчас не продлил вебинар на 10 часов, и как бы я вам все это не рассказывал и не оттачивал, все равно будут те, кто скажет, что это все лажа и хрень. Это нормально. Абсолютно нормально. Вы должны это понимать. Итак, поехали. Было бы лучше, ну правильно, было бы лучше, если бы я
Производила хорошее впечатление на всех в магазине, собирала продукты быстро в пакет. Но я понимаю, что я ничего социально опасного не делаю. Я не делаю ничего социально противоречивого. Давайте этот кошмар выключу. Я не делаю ничего социально угрожающего, объективно. То, что я сейчас думаю о том, что думают другие люди, окружающие меня, это мои мысли, это мои фантазии. Я не умею думать о том, что думают другие. Я не знаю. Мне неприятно, мне стыдно, потому что я разбила кружку. Мне какая-нибудь зараза подошел и сказал, а почему ты кружку разбил? А я тебя осуждаю за это? Нет. Мне стыдно, потому что мне самой внутри стыдно. Мне внутри стыдно самой. Но я не знаю, что думают другие. По принципу светофора, наверное, кто-то сказал хи-хи-хи. Кто-то сказал, ну, девчонка прикольная, веселая. Или там парень, там, смотри, интересная ситуация. А кто-то в большинстве случаев не заметил. Вы понаблюдайте за собой. Возможно, это ваша проблема, что вам свойственно всегда давать оценку людям, что он делает, как он взял ложку, как он взял вилку, как он сморкнулся, как он повернулся, как он зашел, как он вышел. Это ваша проблема, а не окружающих людей. И если вам так свойственно, это совершенно не свойственно другим людям. Потому что таких, как вы, мало. Потому что это ваше свойство. И вам свойственно, ага, а он в чем, а он в чем, а вот, о, упал, видели, упал, упал. Это свойство вам, это очень важно. А если вы нашли в себе такое свойство, осуждать людей и давать им интерпретацию вечную, то вы должны понять, что это мое свойство. И я не знаю, что так делают другие, я не в курсе. А если вы попали в ситуацию, где вас действительно осудили, сказали, ты какой-то вот не такой шарик, ты балбес, вы говорите, да, действительно, я могу для кого-то быть балбесом, а для кого-то могу быть нормальным. Кто-то эту ситуацию воспринял как плохую, кто-то как хорошую. Вы должны четко понять принцип светофора, что бы вы ни делали, ребят, не мешайте, я вас очень прошу, подождите. Что бы вы ни делали, вы должны четко понимать, что вы не можете на всех произвести зеленый свет. Вот идете вы по улице с сегодняшнего дня и говорите, я не знаю, что думают другие люди, это мысли мои, про меня. По принципу светофора я знаю, что вся эта толпа сейчас, прямо сейчас, делится на три категории, на красные, зеленые и желтые. Как бы я ни одевалась, как бы я ни увеличивала, всегда найдутся те, кто будет недоволен. Даже если я сейчас тут разлягусь как корова, все равно половина не обратят внимания, половина будут веселиться, половина будут негодовать. Это нормально. Понимаете? Теперь по поводу важного момента. Это была когнитивная история. Еще раз. Было бы лучше, если бы я не производила плохого впечатления. Но я понимаю, что все люди могут меня понять по-разному. Я не буду требовать от людей исключительно зеленой интерпретации. Я не могу требовать от себя быть для всех хорошим. Я не могу от других требовать, чтобы я всем нравился. Я не могу это требовать, потому что это невозможно. Я не могу биться головой об стену. Ну зачем? Зачем выходить на улицу и биться головой об стену, быть для всех хорошим, если это невозможно? Вот, ну задайте себе вопрос. Итак, было бы лучше, но я понимаю, что это невозможно. По принципу зеркала это мои мысли, это я боюсь. Потому что я так привык. Я привык так думать о себе. Сейчас я буду говорить, что такое рефлекс, как он разрывается. Это еще не все. По принципу светофора я понимаю, что я не могу быть для всех хорошей, даже если я буду Ален Делон. И даже если я буду Далай-Лама, все равно кто-то бросит в меня камень. Вот это, что может случиться самого худшего? Могу ли я это принять, как это изменит мою жизнь? Вот если вы этот блок себе запишете,
и начнете правильно думать и постоянно его в голове крутите, 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 крутить, у вас все получится. Но! Есть одно но. Если вы сидите дома на своем любимом диване и ни хрена не делаете поведенчески, то сколько бы вы ни думали о том, про светофор, про зеркало, про проекцию, ничего не получится. Потому что Иван Петрович Павлов доказал очень важную рефлексорную дугу. И поэтому и совместились когнитивная и поведенческая терапия. Теперь понятно, почему они соединились? Как вам кажется, почему? Вот то, что я вам сейчас рассказывал, это была когнитивная концепция социофобии. Проекция, светофор, ваши мысли, которые вы принимаете за чужие, это ваши мысли, и вы ошибаетесь. И у вас слишком жесткое требование, я должна или я не должна. Это и есть когнитивная проработка. Понимаете? Не надо себя защищать зубами. Зубами надо другое делать. Смотрите, вот в чем, почему когнитивная терапия объединилась с бихевиоральной, с поведенческой? В чем задача? Как вам кажется? Вот было бы достаточно, в принципе, когнитивно проработать. Да, мысли надо подтверждать действиями. То есть, когда у вас есть... Так, все, спасибо, 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 спасибо. Когда у вас есть ситуация или у вас есть страх, социофобия, у вас есть оружие, это когнитивная проработка. Но вы это оружие должны применить в конкретной боевой ситуации. Вы должны пойти в кафе, то, что вот я сделал, да, лечь так. Или вы должны пойти на улицу, попадая в ситуации, где вы там что-то социальное делаете, и не замыкать рефлекс. Что такое не замыкать? Не убегать из социальной взаимодействующей ситуации раз, и не избегать ее два. Вот пришли в компанию друзей, и кто-то над вами посмеялся. И вы говорите, да, было бы лучше, если бы все не смеялись, но я понимаю, что я могу быть для кого-то глупым, бла-бла-бла-бла-бла, и не убежать. А самое главное, не избежать. Позвонила вам подруга и говорит, давай пойдем в кафе, с подружками посидим. Вы говорите, не, я сегодня занята, потому что вы боитесь произвести плохое впечатление. А вот тут вам надо принципиально пойти наоборот в кафе и сказать, да, окей, я пойду, потому что я знаю, что на кого-то я могу произвести такое впечатление, на кого-то другое. Я не в курсе. Вам просто надо туда пойти, социально провзаимодействовать с четким пониманием, что вы не знаете, что они думают. С четким пониманием интеграции светофора и не слинять оттуда. Если у меня девочка боится ездить в лифтах, она у меня каждый день должна заходить в этот лифт и проверять свою проекцию и свою ошибку. Если она у меня боялась задохнуться в этом лифте, она должна каждый день понимать, что как бы она ни старалась, она в этом лифте задохнуться не может. Потому что А, это невозможно, чисто технически. Б, это ее ошибка мыслительная. Как только она каждый день заходит в этот лифт и по 5 минут в нем стоит 3 раза в день и пытается в нем искренне задохнуться и понимает, что у нее это не получается, и она не убегает из этого лифта, через некоторое количество дней тревога начинает уменьшаться, а затем она в этом лифте совершенно спокойно находится. Вот как разрывается рефлекс. Вы должны смоделировать ту же самую ситуацию, наделить ее новыми когнитивными техниками, которые вы получили. Светофор, было бы лучше. Проекция. Что может быть самого худшего? Я ошибаюсь, это не так. И не сделать то действие, которое вы делали всегда. Если вы избегали, не избегать. Если вы убегали, не убегать. Если вы не говорили тост, сказать. И обязательно почерпнуть результат.
Боялись говорить тост? Скажи. Скажи, здрасте, счастья, здоровья, рада, что вы вот нашли друг друга, дзынь. Все. Боялись, что вам надо научиться новому поведению с новой интерпретацией. Если вы будете просто вот отгораживаться от этого, ни один психотерапевт мира вас не научит. Вот, допустим, у меня есть такой тренинг по публичным выступлениям. Как я могу научить человека публично выступать, если он, допустим, не работает в профессии, где ему надо публично выступать? Или, ну, где он будет тренировать свой навык? Вы поймите, что когнитивно-поведенческая терапия – это навык, это не психоанализ, где можно лежать на кушетке, болтать и ничего не делать. Вот это Фрейд придумал очень для ленивых. Когда ты лежишь, разговариваешь, и тебе дают интерпретацию. Когнитивно-поведенческая техника для социофобии в том числе – это техника не для ленивых. Это техника для тех, кто звенит в металлоискателях, когда проходит через металлоискатель, даже если он голый, потому что звенят некоторые части его тела, стальные. Потому что это исключительно... Она почему эффективная? Потому что если вы несколько раз рефлекс разорвете и не будете его подкреплять страхом, и будете применять когнитивные техники, он разорвется. Рефлекс не будет работать. Если вы боялись в метро со словами «я боюсь упасть и обо мне подумают», и у вас тревога, что надо сделать? Идите в метро, чувствуете тревогу, сказали «ага, меня волнует то, что я сейчас могу упасть, и что обо мне подумают». Было бы лучше, если бы я не падала, но я обычный человек и вполне могу упасть, как и все. Я не знаю, что подумают обо мне другие, потому что я не умею знать. Что обо мне подумают? Может так подумают, может так. По принципу светофора я догадываюсь, что кто-то подумает по-разному. Но я имею право быть в этом светофоре. Я могу быть для кого-то зеленый, для кого-то красный. Это нормально. Это мой страх. Я не знаю, что они подумают. Если я боюсь потерять над собой контроль, это мой страх быть плохой. Хотите про контроль поподробнее расскажу? Это очень интересная тема. Не планировал. Страх потерять контроль. Есть у кого-нибудь из 75? Слушайте, ни у кого нет страха потерять контроль. А, блин. Простите, я выключил. Есть. Так нет. Ой. Вот, вам сейчас будет это очень полезно. Послушайте. Все, спасибо. Страх потерять контроль. Вот это гениальная когнитивная ошибка многих наших клиентов. Скажите мне, пожалуйста, я чат открыл, вы контролируете работу своего мозга? Вы контролируете кровообращение в мозге? Вы контролируете сердцебиение? Вы контролируете скорость кровяного обращения по малому и большому кругу кровообращения? Вы контролируете работу диафрагмы? Вы контролируете перистальтику кишечника и желудка? Вы контролируете процесс расщепления с помощью ферментов, аминокислот и углеводов? Вы контролируете перемещение пищевого комка по кишечнику? Вы контролируете начало мурашек и конец мурашек? Вы контролируете потоотделение? Не, ну пытаться можете сколько угодно. Вы контролируете процесс моргания. Вы контролируете свой организм, когда вы спите. Я вам хочу раскрыть сегодня маленький секрет. Вы ни хрена не контролируете. И никто этого делать не умеет. Нету в организме человека функции контроля. Это ваша иллюзия, напитанное вашим страхом. Максимум, что вы можете контролировать, это то, что здесь и сейчас вы держите маркер, вот он упал, вы его уже не контролируете. Нету в организме тумблера под названием контроль и рубильник такой. Ваш организм очень умный, настолько умный агрегат, что
нету в нем системы контроля такой, какой вы себе представляете, что можно контроль потерять и начать как-то вот что-то делать самому, там, да, руки об одну сторону, ноги в другую, кишечник вылез, там, квакает. Нет. А контроль не нарушается при алкогольном опьянении. При алкогольном опьянении ваш организм как работал, так и работает сам, без вашего взаимодействия. При алкогольном опьянении происходят совершенно другие процессы в головном мозге. И это совершенно не то, что вы боитесь. Но вы еще скажите, что я сейчас героином ширнюсь, это то же самое. Нет. Когда вы вводите в себе препарат какой-то, который намеренно в коре головного мозга блокирует определенные рецепторы, это одно. Но когда вы сидите в метро, или в автобусе, или на лекции, или в машине, и представляете себе фантазию про потерю контроля, это ваша фантазия, которая вас пугает. Вы не можете без введения каких-то нейрохимических веществ потерять над собой некий контроль над физиологией. Вот, допустим, если вы были в психиатрической клинике или в отделении пограничных состояний, есть такой препарат, допустим, аминозин. Вот когда работает аминозин, то действительно некоторые моменты начинают притормаживаться, и человек может там не контролировать слюноотделение, да, там еще что-то. А это специальные препараты, которые тормозят галлюцинозы, паранояльные расстройства, для того, чтобы, наоборот, притормозить чуть-чуть товарища. Но вы должны понять четко, что невозможно вот ехать в метро или в автобусе и потерять контроль без введения каких-то химических препаратов в область головного мозга, чтобы не проникло. Это невозможно. Аминозин используют, еще как. Просто корректор с корректором смешивается, чтобы побочных эффектов было меньше, со слюной, например. Значит, смотрите, что я говорил. Вы должны понимать, что нету в организме функции контроля, которая может бац и отключиться, если человеку не проломили череп, если человеку не введен какой-то наркотический элемент, например, опиатной группы. Здесь, допустим, морфий, да, морфин или пармидол. Вот когда вводятся определенные наркотические средства, то действительно человек может потерять контроль боли, допустим. В армии, кто в армии служил, помните, в аптечке есть пармидол? Вот это конкретное средство, которое блокирует в мозге, не в ране, а в мозге блокирует рецепторы, связанные с болью, и усиливает рецепторы, связанные с эйфорией. Поэтому получается некая подмена, что боль как бы уходит, страх блокируется, эйфория повышается. Вот, да? Но просто вот так, когда вы едете в автобусе, или в метро, или на улице, ребят, руководствуйтесь, пожалуйста, одним простым правилом, что я не могу вот просто так потерять некий контроль, пока я не шернулась какой-нибудь гадостью. Я не могу просто так вот, потерять над собой контроль, потому что мне страшно. От страха никаких контролей не теряют. В момент страха ваш контроль, наоборот, усиливается. Понимаете? Ничего хорош. От страха вы не теряете контроль. Страх мобилизирует глаза, мышцы, адреналин. Для чего? Не для того, чтобы вы потеряли контроль, а для того, чтобы вы его мобилизовали и, наоборот, действовали быстрее, энергичнее, контролировали ситуацию. В момент выброса адреналина у вас еще больше контроля, чем вам кажется. Он излишний контроль, наоборот. Тут паническая атака на этом замешана, что вы начинаете столько контролировать, сколько не нужно. Поэтому про контроль ясно. Нету у вас шансов потерять контроль.
Страх потерять контроль – это фантазия, которая свойственна социофобам. Почему? Потому что если я потеряю контроль, что подумают про меня люди? Понятно? Теперь план ваших занятий. Поехали. Первое. С сегодняшнего дня вы должны выписать все ситуации, где вы испытываете социальный страх. Общественный транспорт, люди, улица. Абсолютно разные ситуации. Разные. Второе. Вы должны четко поставить себе задачу. Сделайте блок когнитивной проработки. Прям блок нарисуйте. Было бы лучше. Светофор, зеркало. Что может быть самого худшего? Как это изменит мою жизнь? Могу ли я это принять? Выписали себе этот блок. Ваша задача – пойти на улицу, испытать тревогу и страх и начинать задавать себе вопрос. Помните, что я сейчас думаю, что будет, если, и что это значит? Нашли эти мысли и применили их, и заменили эти мыслями, эти мысли старые, на вот этот рациональный блок. И не убежали, и пошли туда, куда вы шли, и сказали, да, хорошо, окей, сейчас обо мне все плохо подумают, да, ладно, я лошара, все подумали, что я, значит, лошара, это никак не изменит мою жизнь, ничего страшного, это мои проекции и так далее. И пошли. Особо желающие могут прийти в кафе и сделать так, как я вот вам показал. Только я вас прошу, не раздевайтесь догола, не надо бегать по Красной площади, потому что Красиков сказал, мы отрабатываем социофобию. Но имейте грани, да, какие-то. То есть есть такие тренинги деструктивные, где заставляют, знаете, там, в метро ходить, играть на балалайках, там, раздеваться публично или кричать какие-нибудь идиотские частушки со словами «А-а-а-а-а!» Ну, типа, да не буду я о страхе... Вы что, прикалываетесь, что ли? Да, то есть не надо перебарщивать с такими упражнениями. Делайте что-то социальное обычное. Ну, конечно, не каждый человек лежит в кафе на полу, но это социально необычно. Ну, кто знает, может, я фотографировался. А я, правда, фотографировался. Что, не можете сфотографироваться на полу в кафе? Можете. Ваша задача, ваша проблема не пол кафе, а проблема то, что подумают. Как это изменит мою жизнь? Что может быть самого худшего? Что будет, если подумают плохо? Да подумают по-любому плохо, даже если я буду сидеть вот так. В кафе? Что подумают? Дебил какой-то сидит, что он не шевелится-то, понимаете? Это нормально. Шевелитесь вы или не шевелитесь. Накручены у вас волосы или прямые. Все равно кому-то не понравится. Вот вам нравятся блондинки? А кому-то нравятся брюнетки, а кому-то рыжие. Вам нравится какой шоколад, белый или черный? А кому-то молочный. То же самое с вашими поступками. Что бы вы ни делали, по-любому кто-то будет доволен, кто-то нет, а кому-то будет все равно. Теперь смотрите, очень важно. Единственный секрет когнитивного терапевта заключается в контроле над исполнением упражнений социально-фобического характера. Чтобы человек каждый день ходил и моделировал ситуации, где он испытывает тревогу и над ней работает. Понятно? Какие можно придумать вам ситуации бытовые? Пойти в магазин померить какую-то одежду. 100% вызовет у вас тревогу, если это ваша проблема. Какие мысли меня посещают, почему возникает тревога? Я боюсь, что продавщицы подумают, ла-ла-ла-ла-ла-ла, если я не куплю, я лошара. Заменяем эти мысли на что? Было бы лучше, если все продавщицы подумали, что я нормальный, но... И так далее, тому подобное, и так далее, и тому подобное. Да.
Магазин. Пошли померили платье, пошли померили туфли, пошли померили ботинки. Ваша задача сталкиваться с ситуациями, где вы возникаете... Вот у вас девиз должен быть такой: почувствуй страх и действуй. Вот просто. Потому что если вы будете... А включи зарядку, пожалуйста. А если вы будете избегать ситуации, где вам социально тревожно, вы никогда не научитесь, даже если вы прочитаете десятки брошюр по когнитивной терапии. А это очень важно, потому что если вы не будете отрабатывать навык социального взаимодействия, то это будет плохо. Там шнур торчит. Возьми просто сунь его в телефон. Это плохо. Вы, вот представьте себе, вы ко мне приходите и говорите: Лёш, я хочу научиться публично выступать, потому что мне страшно. Мы с вами проработали то, что вы не знаете. Мы с вами проработали то, что вы не знаете, что они думают. Мы проработали принцип проекции, мы проработали все принципы, но вам стрёмно от того, что мы сейчас с вами проработали? Согласитесь, страх-то не уйдет. Страх от того, что вы имеете эти упражнения, не уйдет. Про детские установки подождите. Страх уйдет только тогда, когда вы эти упражнения день за днем что будете делать? Применять. Поэтому когнитивно-поведенческая терапия во многом тренерская работа. Вот вам подобрали блок упражнений, подобрали блок ситуаций, улица, там, аптека, фонарь и так далее. Есть упражнения, научили вас мысли ловить негативные о себе, дали блок упражнений для их трансформации и выгнали вас метлой по плану по этим ситуациям. Если этого не делать и отмазываться, то никаких результатов не будет. Это невозможно. Если рефлекс сформирован, то единственный способ разорвать этот рефлекс – это его разорвать. А чтобы его разорвать, вам нужно столкнуться с социально-фобической ситуацией и проработать эту ситуацию. Вам будет страшно. Затем повторить эту ситуацию, проработать ее еще раз, вам будет страшно, но и уже не так сильно. Затем проработать ее третий раз, вам будет уже менее страшно. Затем четвертый раз и пятый, и на 20-30 раз вы выйдете на сцену и скажете: «Здравствуйте, ребята!» Ваш покорный слуга, когда вел первый вебинар, вы что думаете, он не боялся, что ли? Боялся, ну, была тревога. После первого, второго, третьего, четвертого, двадцатого, тридцатого вебинара уже нету рефлекса, нет эмоций. Нету. Та же самая история с сексом. Возьмем, допустим, сексуальные отношения. Первый раз всегда страшно, правда? Ну, не всем, но многим. Раз попробовали, два попробовали, три попробовали, поняли. На пятый понравилось, знаете ли. Та же самая история с любым навыком. Навык, допустим, быстро печатать на клавиатуре. Сначала плохо получается. Макс, слышно? Сначала получается слишком плохо. Потом вы тренируетесь день за днем. Пишите. Если вы будете навык тренировать каждый день, он у вас остается, а потом только разрабатывается в плане совершенствования. Если вы хотите приобрести новый навык не бояться осуждения людей, вам нужно взять этот блок упражнений, было бы лучше, светофор, зеркало, что будет самого худшего, проработать это все у себя в голове, выписать ситуации и пойти его тупо отрабатывать. Все. 2-3 месяца работы, вы забудете про эту проблему. То же самое касается аэрофобии.
Вы знаете, что аэрофобию можно вылечить за неделю? При условии, что вы будете эту неделю летать на самолетах, применяя определенные упражнения. Если вы сидите дома и говорите, да, знаете, вот статистика авиакатастроф на моей стороне, а вообще крылья шарахаются, потому что это все нормально, а воздушные ямы это не опасно, а вообще автопилот всем управляет, и все хорошо, ничего страшного, я не боюсь. Я не боюсь. Это не работает, пока вы не 2-3 раза не полетели, вам не стало там стрёмно, вы не проработали этот страх на борту, вы не закрепили панику, а с паникой первый раз будет паника, вы с ней справились, потом будет паника, вы с ней еще больше справились, потом до паники не дошли, но была тревога, потом тревога меньше, 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 меньше. Вот и все. То есть любой навык не бояться любого характера. Сейчас мы сегодня говорим про социофобию. Тренируются только путем системного постановления себя в эту ситуацию и изменением психоэмоционального фона. Есть такая техника, называется техника вытесняющий стимул. Когда вы в ситуации, где вам было страшно, вставляете какой-то вытесняющий позитивный стимул. Ну, например, смеетесь. Это положительный стимул. Или юмор. Допустим, вы боитесь публично выступать, можно перед выходом попытаться поюморить немножко. Можно разыграть некоторые ситуации, чтобы публика тоже посмеялась. Когда вы выйдете, там какая-то история, да, там еще что-то. Чтобы испытать позитивные эмоции. Потому что если вы заряжены исключительно страхом, надо этот страх перевести в какую-то иронию или позитив. Да, можно рассказать какую-то историю, можно спросить, как вы добрались, там, можно рассказать еще что-то. То есть, ну это немножко уже про публичное выступление больше, да. Вы должны понимать, что единственный способ не бояться социальной оценки, это совместить когнитивную, это найти вашу когнитивную ошибку. Вы уже помните, как ее находить. Кстати, кто захочет запись вебинара, напишите Максиму, он вышлет. Значит, найти мысли, которые вас тревожат, понять, где ошибки, какие могут быть ошибки. Слишком много должен, слишком много катастрофы. Чтение мыслей и персонализация – это, ну, зеркало, да? И говорите, нет, зайка, ты ошибаешься. Было бы лучше, если бы, но я понимаю, что это невозможно, потому что есть красный, желтый, зеленый. Я буду долбиться головой об стену, я не смогу это изменить. Да, я даю себе право кому-то не нравиться, и я даю право кому-то, чтобы я не нравился ей. Это нормально. Если я подошел знакомиться с девушкой, мне сказали, слышь, ты лошара, иди отсюда, ну, бывает. Если я разбил чашку в кафе, ну, бывает. Я не знаю, что кто думает. Как это изменит мою жизнь? Что может быть самого худшего? Представьте самое худшее, что будет, если вы разбили чашку в кафе. Подойдет менеджер и скажет, ай-яй-яй, заплатите 100 рублей за чашку. Ну, предположим, это самое худшее вас тревожит. Вы сможете с этим справиться? Если да, тогда в чем тревога? Или самое худшее, что весь ресторан встанет и скажет «А-а-а!» Насколько это вероятно самое худшее? Самое худшее, что кто-то подумает, что я полный дебил. Как это изменит мою жизнь? Возьмем такой проективный страх, как страх описаться в публичном месте. Часто эта квинтэссенция достаточно популярная, потому что это фантазия на тему «я не удержу в себе продукты жизнедеятельности, случится непоправимое публично, и это ужасно». У меня были такие клиенты, и частая тема. Многие об этом не говорят, но боятся, а многие об этом говорят публично. Страх не удержать в себе продукты жизнедеятельности, мы их
подразумеваем там три категории. Есть газы, вода и материал. Ну, я так говорю, ну, понятно, в чем я имею в виду, да? А, смотрите, опять к вопросу контроля. Культурно я учусь. Значит, сфинктер кишечника и прочие сфинктеры отдела, анатомические отделы органов работают так, чтобы вас страховать очень хорошо. Сколько раз вы знаете в своей жизни людей, у которых происходит неподконтрольная дефекация или неподконтрольное мочеиспускание? Это происходит только у людей, у которых есть действительно расстройство и заболевание нервной системы, где действительно происходит неподконтролируемая дефекация или неподконтрольное мочеиспускание. Есть такая болезнь, как энурез. Там как раз есть нарушение этих сфинктеров. Есть такое расстройство в сексуальной теме. Это преждевременная эякуляция. Там тоже есть сфинктер, который крепится под лобковой костью. Там есть сфинктер, который запускает процессы извержения. Вот нетренировка этой мышцы тоже является проблемой для мужчины некоторых. Потому что мышца не натренирована, она тренируется. И если у вас нету действительных проблем с работой этих сфинктеров, то есть она не диагностирована у вас по факту, то есть не льется ни оттуда, ни оттуда, ждать, что вдруг это случится, это опять ваша фантазия, такая же на тему, что я сойду с ума, не больше. Когнитивная проработка такая, это мой страх, потому что вегетативная система регулируется как раз высшей нервной деятельностью. А выше нервной деятельности есть такая интересная штука, которая называется вегетативная нервная система. А вегетативная нервная система делится на разные отделы, в которых есть пучки, так называемые центры. И вот эти центры и напрягаются в определенный момент. То есть, если у вас есть, допустим, напряжение в области живота, и вы воспринимаете его как позыв к мочеиспусканию или позыв к дефекации, это ошибка. Нету никакого позыва. Есть исключительное напряжение вегетативной нервной системы, которое вами, опять же, ошибочно трактуется как позыв. Это не позыв. Сейчас я вам покажу вегетативную систему. Смотрите, вот. Я вам сейчас покажу этот самый узел, который напрягается, и многие боятся, потому что это симптом, на самом деле, социофобии, это же страх ваш большой. Смотрите, спускаемся ниже по рисунку, в самую нижнюю часть. Видите, написано «нижний брызжатый узел». Он иннервирует кишечник и иннервирует почку и мочевой пузырь. Вот здесь как раз в позвоночнике и происходит напряжение, когда у вас много тревоги и много страха. Именно вот эта иннервация, вы чувствуете вот под пупком некий дискомфорт, и вам кажется, что вы можете в этот момент не сдержать какие-то продукты. Это ваша иллюзия. Это напряжение вегетативной системы, потому что сколько бы раз у моих клиентов, у клиентов моих коллег не было такого напряжения, ни разу не происходили те процессы, которых они боялись. Если бы это было анатомически возможно, это бы произошло бы, ну, хотя бы один раз из десяти. Но, простите, ничего не льется и не капает. Потому что физиологически это невозможно. Вы должны понимать, что это всего лишь навсего напряжение в вегетативной системе, которая не влечет за собой последствия дефекации и мочеиспускания. Это, а то, как вы об этом думаете, это уже что? Это уже когнитивная проблема.
Что будет, если, двоеточие, а дальше вы фантазируете, а если я испачкаю штаны, а если я описываюсь, а если я потеряю над собой контроль, а если я упаду в обморок, а если у меня будет паника. Вот вам классические страхи быть плохим человеком. Придумать вы себе можете все, что угодно, начиная с кишечника, заканчивая головой, потому что за всем за этим стоит страх быть каким? Плохим. А этот страх быть плохим формирован в детстве. Как это детскую историю раскручивать, это более глубинная тема и более сложная. Ваша задача на сегодняшнем вебинаре, на сегодняшний день, не трогать детские отношения, а трогать исключительно ваши мысли в конкретных ситуациях, видеть всю проблематику ваших мыслей, что вы думаете неправильно. Нет, страх подавиться никуда. А думаете проблемно, думаете нерационально, во многом перебарщиваете. Вы не знали, что напряжение в животе, вот вегетативное, не является провокатором к дефекации. Это является просто напряжением, как и любой отдел симпатического отдела нервной системы. Это не является чем-то необычным или парасимпатическим. Это не является чем-то болезненным и позывом, что сейчас польется. Если бы могло политься, ребят, давно бы полилось. И не раз. И вы бы сказали, блин, Леш, у меня социофобия, потому что мне безумно стыдно. Я захожу в метро, и каждый день у меня происходит такая беда. Я не знаю, что делать. И тогда мы бы как сделали? Я бы вас направил бы к профессору, который бы занимался вашей физиологией, чтобы укрепить эти сфинктеры, укрепить эту физиологические процессы, а мы бы с вами работали над интерпретацией. Но поскольку у вас нету органической проблемы, есть только мысли и есть только страх. Вот это понятно, что вы должны четко понимать, что вы не падаете в обморок, что вы не производите процесс дефекации, что у вас не льется, вы не теряете контроль, и невозможно это потерять и сделать. У вас есть только что? Мысли. Вот это ясно? Да, мастер-класс по сфинктеру, обращайтесь. Значит, сфинктеров много, Алексей, в организме. Тот сфинктер, который знаешь только ты, он один из... Но мы знаем много сфинктеров в организме человека, о которых мы рассказываем, начиная с желудков, заканчивая половой системой. Не буду рассказывать, как преодолеть страх подавиться, потому что под страхом подавиться целый большой пласт психосоматической интерпретации. Сейчас я не смогу на это тратить время. У нас социофобические страхи. Как не стать козлом отпущения? Я не знаю, что такое козел отпущения. Не знаю. Смотрите, вы сейчас описываете тремор рук, дрожь в руках. Смотрите, про дрожь в руках. Тоже дрожь в руках может быть симптомом тревоги из-за страха публичного осуждения. Но здесь, Ната, есть такой момент по поводу тремора. Смотрите. Может быть тремор конечностей, вызванный тревогой за то, что я боюсь, как меня осудят или осудят, если меня. И у меня от этого страха осуждения затряслись руки, а я потом говорю, что вот у меня руки затряслись, и это видно. Это одна история. А бывает так, что тремор конечностей вызван нейрофизиологической проблемой, Паркинсоном, например, или... еще некоторыми проблемами выше нервной деятельности, и есть некий тремор. Независимо от того, где вы находитесь и что вы делаете. Ната, первая задача – определить, чем вызван тремор конечности. Если тремор органически обусловлен, допустим, травмой или возрастной инволюцией, или какими-то особенностями врожденными, то это будет работа когнитивная, направленная на что? На то, чтобы принять эту особенность и понимать, что в этом нет ничего патологически ужасного, страшного, и все люди разные, есть люди без рук, без ног,
Есть люди, инвалиды более сложные, и там работа будет в этом ключе. Но если у вас тремор начинается в момент нервного переживания, тогда работа другая. Работа такая. Надо выявить, что является стимулом к тремору. Если стимулом к тремору являются мысли о том, что я сейчас туда пойду, и у меня начнется трястись, и я этим спалюсь, тогда это одно. Если тремор вызван просто физиологической реакцией, то это другое. Но больше при еде в социуме. Именно при еде. Попробуйте поизучать свои мысли, что вы думаете и почему именно при еде. Да, то есть тут, ну, на самом деле надо лично разбираться. Видите, есть особенность, что именно при еде. И что значит, что будет, если это тремор? Что вы боитесь, что люди подумают? Что будет, если они увидят этот тремор рук? Ну что? Ну увидели. Дальше. Они подумают, что я какая-то, да? Почему для меня это так важно? Они не должны увидеть мой тремор рук. Или они не должны подумать обо мне плохо. Осудят. А с чего вы это взяли? Они что, таблички поднимут? К вам часто подходят и говорят, что вы лошара? Ната. Что же осудят? С чего вы это взяли? Вы просто привыкли, что кто-то вас осуждал постоянно за что-то. Вы не бабка Ванга, вы не в курсе, что думают другие. Вы слушали начало вебинара о том, что такое проекция, что вы себя осуждаете за это. Вы себя осуждаете за то, что вы делаете. Вы себя осуждаете, как-то я плохо выгляжу. Вот вам классическая история. Девочка собирается на улицу, смотрит на себя в зеркало и говорит: какая я красивая, у меня все хорошо. Вышла, и она уверена, что люди ее оценивают хорошо. Но если девочка одевается на улице и говорит: что-то я сегодня какая-то уродина, что-то у меня тут висит, там криво, там косо, не то. Выходит на улицу и думает, что как-то все видят ее проблемы. Хотя на самом деле, что она выходила в первом случае, что во втором одинаково. Это ее проекция. Как вы думаете о себе, НАТО? Вот если вы себя осуждаете за тремор рук, если вы себя осуждаете за что-то, тогда вы думаете, что вас осуждают. С какого рожна вы знаете, что они вас осуждают? У них что, табличка написана «осуждение»? В глазах у них осуждение? Кто вам сказал, что у них в глазах осуждение? У них в глазах что угодно, только не это. Задают вопрос, что со здоровьем. Отлично. Как можно понять этот вопрос? С чего вы взяли, что это осуждение? Вам задали вопрос, что как вы себя чувствуете? Под этим вопросом может стоять искренняя забота, переживание, желание помочь, сочувствие, сопереживание, желание искренне, ну, проявить к вам заботу и внимание. И что в этом плохого? Сказать: ну вот у меня есть такая, ну, такая, такой нюанс. Часто ли к вам подходят на улице со словами «что с вами»? Прям каждый день, каждые полчаса наверняка подходят, чтобы поинтересоваться, может быть, вам плохо, может быть, вам там водички дать или еще что-то. С чего вы взяли, что это осуждение? Это ваши проекции. В большинстве случаев вы заблуждаетесь. Вот, давайте пробежимся по... Давайте сейчас я пока чат выключу, давайте подытожим. Итак. Почему мы начали эту тему? Потому что часто за тревогой и за страхом, и за вегетативной реакцией стоят мысли о том, что обо мне подумают, и оценка ситуации. Поэтому я сделал эту тему, потому что многие даже не знают, что их тревога вызвана социально-фобическим страхом. Второе. Вы должны научиться понимать главную концепцию когнитивной терапии о том, что ваш социальный страх – это ошибка, которая вами приобретена в условиях детства, где вам вложили определенную привычку думать и интерпретировать ситуации и себя определенным образом. Третье. Вы должны научиться видеть ваши мысли в определенных ситуациях и их четко раскручивать.
Где я нахожусь? Что я сейчас об этом думаю? Что будет, если? Что это значит? О чем это говорит? Нашли социально тревожные мысли. Четвертое. Применить к этим социально тревожным мыслям технику «было бы лучше», «светофор», «зеркало». Искренне это принять. Что может быть самого худшего? Как это изменит мою жизнь? Могу ли я смириться с этим? Да. Особенно важно зеркало и светофор. Это две замечательные техники, которые очень сильно помогают людям. Я не знаю, что они думают. Ну, не знаю я. Ну, не знаю, что вы сейчас думаете. Я не в курсе. А это очень важно. Дальше. И пятое, последнее, очень важное, подчеркните. Пойти, выписав ситуации, где мне социально было страшно и тревожно, и пойти в эти ситуации, чувствовать этот страх, чувствовать этот дискомфорт и ловить свои тревожные мысли и их заменять. Можете начать с малых, с простых социальных каких-то моментов, покупки продуктов, примирения одежды, разговора с продавцом-консультантом, уточнения каких-то нюансов, а затем плавно дойти до собеседования. Что такое собеседование? Собеседование – это обычный разговор. Кто-то спрашивал про собеседование. Как не беспокоиться? Я не помню, как вас зовут, кто спрашивал. Постарайтесь просто не хотеть произвести хорошее впечатление. Вот вам такой экспресс-совет. Если вы слишком сильно пытаетесь произвести правильное впечатление, то это вас палит и это выдает вас, что вы волнуетесь. Вы видели когда-нибудь политиков или... Ну вот в Ютьюбе много роликов. Вот сразу видно, когда человек пытается произвести хорошее впечатление своим докладом, потому что это говорит о его неуверенности. А уверенный человек не пытается произвести хорошее впечатление. Вот это очень важный элемент секрета ораторского искусства в политике. Уверенный политик не будет пытаться произвести хорошее впечатление. Если вы пришли на собеседование или в магазин, или еще куда-либо, и пытаетесь произвести слишком хорошее впечатление, я не говорю, что надо вилками кидаться и материться, но когда вы психологически уверены в том, что вы делаете и как, у вас нету вот этой фишки «надо произвести впечатление». Если вы пришли на собеседование и пытаетесь произвести слишком хорошее впечатление на HR-менеджера, это говорит о том, что а. вы слишком нуждаетесь в этой работе, б. вы слишком волнуетесь, что вы произведете плохое впечатление, и из-за всего этого HR, большинство психологи, делается вывод, что вы не очень уверены в себе, либо что вы где-то не дорабатываете, и у вас не вот так много опыта. Потому что если вы приходите на позицию, допустим, связанную с переговорами, если вы приходите на позицию, связанную с продажами, если вы приходите на позицию, связанную с публичным каким-то социальным взаимодействием, и вы на собеседовании волнуетесь, то, скорее всего, HR-менеджер это заметит и скажет, ну как он будет работать с клиентами, если он волнуется, просто поговорив о себе. Логично? Поэтому вы должны просто сказать, я не буду стараться производить на HR-менеджера хорошее впечатление. Я просто приду. Здрасте, меня зовут Пупкина Мария Сергеевна, я работала там и там, я умею делать это и это. Еще я умею это, и это, и это, и это. Ваш вопрос. А это умеете? Да, это умею. А это умеете? Нет, это не умею. А это умеете? Нет, этому не учился, но в принципе могу научиться. А как у вас с этим? Ну, так и так. В принципе, 2-3 месяца я втянусь. Все, вопросы есть, вопросов нет. Ушли. А если вы будете вот сидеть и говорить, да, да, а, да, это я умею, да. Угу. А вот здесь, а вот тут как оно, оно вот, блин, ага. А вот здесь оно вот так, да. Угу. А это так. Но, это не то. На хорошую позицию такого человека не возьмут. На хорошую позицию человек возьмут уверенного. А потому что если человек уверенный, то он, соответственно,
Он базируется на этом, он базируется на опыте, он базируется на своих знаниях. Если человек суетится, не уверен, исправляется много, извиняется, то это говорит о том, что он не уверен. Как его можно поставить на лидерскую позицию менеджера отдела? Здрасте, попросите меня, пожалуйста, у нас сегодня собрание будет в 8 часов, да? Только не обижайтесь, пожалуйста, сейчас мы быстренько пройдем собрание, и вы пойдете работать. Вась, а ты вот неправильно вчера поступил. Вась, ты не обижайся только на меня, хорошо? Но понятно, что так не получится, да? Поэтому, если у вас есть проблема с прохождением собеседования, задайте себе вопрос, в чем вы не уверены в своих профессиональных качествах. Подтяните эти качества, какую-то там опыта наберитесь, литературу почитайте, и придите на собеседование, скажите: здравствуйте, меня зовут Мария Сергеевна, я вот, я это я. Я не хочу вам понравиться, я такой, какой я есть. Вот это понятно про собеседование, психологическая фишка. Хорошо. И пятое, последнее, я уже говорил, да, вы должны всегда отрабатывать этот навык. Без отработки этого навыка вы не научитесь социально-фобические страхи искоренять. Как идеально проходить собеседование? Сколько раз надо пройти собеседование, чтобы научиться его проходить? Много. Раз, два, три, четыре, пять. На восьмом собеседовании вы уже будете спокойнее. Человек – это, простите, животное, ну, условно, да, которое учится посредством примера и повторения навыков. Человек – это животное, которое осваивает те или иные навыки в тех или иных ситуациях. Вы можете себя научить бояться, а можете себя научить не бояться. Вот большинство, 75 человек, себя научили бояться в каких-то ситуациях и приобрели навык бояться. Лифт – страх. Лифт – страх. Улица – страх. Улица – страх. Самое замечательное, в кавычках, что ситуации, в которой вы приобрели этот навык, совершенно противоречат реальности. Вот если у парня есть навык бояться на войне или навык выделять адреналин во время выхода на бой, это обусловленный навык. Он физиологически обусловлен. Если у вас разработался навык, что вам панически страшно, что о вас подумают, если, то вы себя просто надрессировали на такой навык бояться. Надо себя раздрессировать, чтобы себя, ну, я так оперирую таким термином, да, но мне так проще. Чтобы себя раздрессировать, вам надо соблюсти несколько правил. Первое, вам нельзя избегать этого. Вам надо, наоборот, сталкиваться с этим. Второе, вам надо вычленить реакцию. У нас вот есть рефлекс, стимул, реакция, подкрепление. Все. Иван Петрович все доказал. И все сформировал и расформировал. Была такая работа по созданию экспериментального невроза у собаки и разрыва экспериментального невроза у собаки. Рассказать? Быстренько. Собаку заставили бояться мыши. Как? Очень просто. Взяли собаку, поставили мышь в прозрачную колбу. Мышь пропадает, мышь появляется. По полу провели электричество. Мышь появляется, собаку бьют током. Мышь пропадает, тока нет. Мышь появляется, собаку бьют током. Мышь появляется, собаку бьют током. Когда до 21 раз мышь появилась, собака опять защемила, заскулила, и у нее мышцы задрожали, у нее был адреналин, а тока не было. Вот вам невроз. С тех пор, когда мышь появлялась, собака хреново себя чувствовала. Аплодисменты. Вылечить как? Иван Петрович говорит, очень просто. Берете собаку, берете мышь. Невроз есть? Есть. Не кормите собаку, депривируете. Ставите миску с едой вдалеке от мыши. Собака аккуратно пятится, но кушает, есть-то хочется, инстинкт работает. Потом ближе миску, еще ближе. И через несколько дней, когда собака уже ест возле мыши, собака больше эту мышь не боится. Все, невроза нет. Все очень просто. Просто собака работает инстинктами, ей проще ее вылечить от невроза. У человека есть такая хрень, которая называется «А если со мной что-то там произойдет, я не пойду». Поэтому люди болеют неврозом и не выздоравливают. Поэтому из вас 75 человек больше половины не сможет с этим справиться, потому что вы тупо не пойдете. Вы тупо не пойдете, вы тупо не будете этого делать, и просто-напросто вот будете читать книги, в
во всем разбираться, посещать вебинары, ходить куда-нибудь, читать, писать много вопросов, но не будете этим заниматься. А будут ребята те, которые послушают вебинар, там, поймут все, перепоймут все, выпишут ситуации, пойдут, им будет страшно, они найдут свои тревожные мысли, они их переделают и каждый день будут отрабатывать. И через 2-3 месяца они поймут, что да, действительно, я не знаю, что они думают. Я не знаю это. А если меня кто-то осудил, он имеет полное на это право. Вот это была, в принципе, первая основная структура проработки социофобии. Конечно, социофобия базируется на глубинных убеждениях, которые коренятся в детстве. И то, что я вам сегодня рассказал, это снимает основную симптоматику социофобии. Как над ней работают во всем мире когнитивно-поведенческие терапевты. Это признанный, доказанный факт. Прорабатывать детские убеждения по поводу того, как папа вдалбливал вас, что вы плохой, как мама и там, семья говорила, что вы урод, и вы теперь хотите всем доказать, и вы боитесь, это немножко другое. Это более личностно, это более персонифицировано. В публичном варианте это сделать нельзя. На учебниках, которые я записал, которые на следующей неделе, вот уже где-то с завтрашнего, там со вторника, вы увидите полностью презентацию этого учебника в полном уже объеме, там будут вырезки видео, там как раз есть все эти техники, которые я вам сегодня давал, более подробно, более развернуто. Кто захочет, со вторника посмотрите, никого не заставляю. Кому нужно повторить тот материал, который я сегодня вам давал, напишите Максиму, он вам ответит там либо ВКонтакте, либо в письме, что хотели бы запись вебинара, либо аудио, либо видео. Вот, если хотите это повторить. Я надеюсь, что я показал вам, и в принципе то, что у меня было запланировано, я сделал. Это дать вам в руки когнитивные техники и основные ошибки. Ваша задача пойти и это применить. Когнитивно-поведенческая терапия только так работает. Вот других вариантов нет. Говорить об этом можно столько, сколько хотите. Писать об этом можно столько, сколько хотите. Обсуждать это можно столько, сколько хотите. Но пока у вас нету навыка, как мы говорим, социальной перцепции, навыка нового типа поведения с новым типом реакции, ничего не получится. Вам даны инструменты, вам даны ошибки, вам даны основные проблемы. Зеркало – это очень важно. Вы не знаете, что они думают. Светофор – очень важен. Вы должны интегрировать этот принцип, ну, просто по факту. Иначе вы останетесь дома и вот, ну, как бы, будете просто... Мне просто искренне жаль, что 73 человека обделяют свою жизнь, потому что они просто ошибаются мыслительно. Я понимаю, если была физиология, да, если была проблема. Да, Юль, хорошая книга «Инстинкт свободы» Павлова, это правда. Если бы была действительная проблема физиологическая, но на самом деле... У вас есть просто мысли о том, что вы думаете, что знают люди. У вас есть убеждение, что они знают, и они все в зеленом свете должны быть. Да нет, не должны. Светофор и зеркало. Зеркало-светофор. Начните это постоянно крутить в голове, технику зеркало-светофор, и вы увидите результат. Спасибо вам огромное. Можно попросить? Очень хочется узнать, что люди вообще... Вот как вот. Думаю, обратная связь? Обратная связь. Хотя бы на стене где-нибудь написали бы отзывы о вебинаре. Что они вообще думают, чего, как, понравилось, не понравилось. Да, давайте сделаем так. Нам Максим просит обратную связь по вебинару, по техникам. Напишите ему, кому нужно повторить лично в ВКонтакте или в письме. По поводу обратной связи тоже напишите Максиму. Я знаю, что будут ребята, которые благодарят, да, и которым нравится, вот я вижу, но я не люблю, когда люди ВКонтакте публично пишут много отзывов.
Это, во-первых, очень пахнет каким-то маркетинговым ходом, типа я хороший. Поэтому, если пишут комплименты и пишут спасибо, то пишут от души те ребята, которые понимают, что они как бы себя, ну, демонстрируют. Я никогда не просил и не буду просить публично кого-то писать. А хотите обратную связь, ну, как бы высказать, да, пожелания или там критику, напишите Максиму. Он все систематизирует, и мы будем работать над ошибками, потому что все мы не идеальны. Но на стене писать там кучу благодарностей мне будет приятно. С точки зрения маркетинга это правильно, да, и, но... Не надо, и когда там, то есть кто-то стесняется. Да, многие стесняются, не надо. Да. Пишите в личку ваши отзывы, пишите в личку ваши вопросы. Максим открытый, доступный, вот. Сегодня нет. Пожалуйста, сегодня. Вот, зеркало и светофор, можно будет аудио, видеозапись получить, пишите Максиму. Он сегодня выходной, сегодня воскресенье, и то вот он сегодня здесь помогал технические вопросы решать. Спасибо вам большое, я надеюсь, что я дал вам материал и то, что я хотел. Спасибо за то, что вы пришли. Следующий вебинар будет примерно через месяц где-то. Пока не знаю тему, может быть, я буду с Александром Абрамовичем Плоткиным. Может быть, еще с кем-то посмотрим, хочется разнообразить тему, да. По теме тоже можете написать Максиму, можете все пожелания писать, не обязательно оставлять отзывы о том, как все хорошо на моей странице, для меня это не так важно. Спасибо вам огромное, до встречи, пока. И не бойтесь, никакое вегетативное напряжение вашим сфинктерам не грозит, ничего с вами не случится, ничего не произойдет. И уж тем более контроля там нигде не написано. Знаете, точка контроля. Да нет такого. Поэтому это просто ваш страх и ваши фантазии. Не более того. Это ваши фантазии. Спасибо вам всем огромное. До встречи. Пока.